Дэвидж Малан, хорошо, это CS50. И это неделя один, на которой мы продолжаем программировать, но делаем это на другом языке. Потому что, напомним, в прошлый раз мы сосредоточились на этом графическом языке, который называется Scratch. Но мы используем Scratch не только потому, что это весело и доступно, но и потому, что это позволяет нам исследовать многие из этих понятий здесь, а именно функции условные выражения, логические выражения, циклы, переменные и многое другое. И действительно, даже если сегодняшний синтаксис, когда мы переходим на этот новый язык, называемый C, кажется немного загадочным, может быть поначалу немного пугающим. И вы не совсем понимаете все значение символов. Помимо самого синтаксиса, поймите, что идеи в конечном счете будут одними и теми же. На самом деле, по мере того, как мы переходим от того, что было на прошлой неделе, программа ⁇ Привет мир ⁇ которая выглядела примерно так. На этой неделе, конечно, она будет выглядеть немного более загадочно. Это будет выглядеть примерно так. И теперь, даже если вы не можете точно различить, что означают все различные символы в этом коде, оказывается, что в конце концов он действительно будет делать то, что вы ожидаете. На экране просто будет написано ⁇ Привет мир ⁇ точно так же, как мы это делали в Scratch. Так что давайте сначала начнем применять некоторую терминал к этим жетонам. Итак, то, что мы сейчас увидим, то, что мы собираемся написать отныне, мы начнем называть исходным кодом. Код, который вы программист-человек пишете, отныне называется просто исходным кодом. Не имеет значения с нуля это или нет. Не имеет значения на языке C. В скором времени не имеет значения, на Python это или нет. Исходный код – это общий термин, обозначающий действительно то, что вы и я как программисты люди в конечном счете напишем. Конечно, оказывается, компьютеры не понимают исходный код. Компьютеры не понимают фрагменты скретча и головоломки как таковые или код на языке C, как мы сейчас увидим. Они понимают только это, что мы называли как на прошлой неделе. Нули и единицы. Дэвидш, Малан, да? Итак, это двоичная система, нули и единицы. Но на самом деле это просто информация, представленная в двоичном формате. И на самом деле технический термин теперь обозначающий шаблоны нулей и Которые компьютер не только понимает, как интерпретировать как буквы, или цифры, или цвета, или изображения, или что-то еще, но и знает, как их выполнять. Отныне будет называться машинным кодом, чтобы противопоставить его исходному коду. Таким образом, в то время как вы и я, люди пишем исходный код, именно компьютер в конечном счете понимает только машинный код. И хотя мы не будем вдаваться в подробности того, какой именно набор символов что означает, вы увидите, что в таком наборе нулей и единиц будут цифры. Там будут письма. Но там также будут инструкции, потому что действительно компьютеры действительно хороши в таких вещах, сложении, вычитании, перемещении объектов в памяти из нее. И достаточно сказать, что компьютеры Mac, ПК, другие компьютеры мира только что решили как общество, что означают определенные шаблоны нулей и единиц. Когда речь заходит об операциях, а также, так что не только данные, но и инструкции. Но эти паттерны – это не то, на чем мы собираемся сосредоточиться на подобном занятии. Мы собираемся сосредоточиться на программной стороне более высокого уровня, просто предполагая, что нам нужно каким-то образом выводить машинный код. Таким образом, получается, что эта проблема, которую мы должны решить, переходя от исходного кода к машинному коду, фактически вписывается в ту же парадигму, что и в прошлый раз. Но входными данными в данном случае и будет исходный код с одной стороны это то что мы с вами в идеале напишем чтобы нам не пришлось писать нули и единицы но нам нужно каким-то образом выводить машинный код Потому что это то, что на самом деле поймут ваши компьютеры Mac, ПК, телефоны. Оказывается, в жизни существуют специальные программы, цель которых состоит в том, чтобы выполнить именно это преобразование. Преобразовать исходный код, который вы и я пишем, в машинный код, понятный нашим телефоном и компьютером. И программа такого типа будет называться компилятором. Так что действительно сегодня мы познакомим вас с другой частью программного обеспечения. И они бывают разных форм. Мы будем использовать здесь популярную программу, которая позволяет конвертировать исходный код на языке C в машинный код с нулями и единицами. Теперь вам не нужно было делать это с нуля. В мире Scratch это было так же просто, как нажать на зеленый флаг, потому что, по сути, Массачусетский технологический институт проделал всю тяжелую работу, выясняя, как преобразовать эти графические фрагменты головоломки в лежащий в основе машинный код. Но теперь, начиная с сегодняшнего дня, когда мы начинаем изучать собственно программирование и информатику, эта власть переходит к вам. И теперь от вас зависит произвести такого рода преобразование. Но, к счастью, тот факт, что эти компиляторы существуют, означает, что нам с вами не нужно программировать в машинном коде, как это когда-то делали наши предки. Будь то или с помощью физических перфокарт, таких как кусочки бумаги с дырками в них. Мы с вами должны сосредоточиться на нашей клавиатуре как таковой. Но сегодня речь пойдет не только о написании кода. В конечном счете сегодня речь пойдет и о написании хорошего кода. И это из тех вещей, которым вы не научитесь просто за одну ночь. На это нужно время. Для этого нужна практика. Точно так же, как написание эссе по любому предмету может потребовать времени, практики и повторений с течением времени. Но в классе программирования, таком как CS50, мы будем стремиться оценивать качество кода, как правило, по этим трем осям. Правильно ли это в первую очередь? Делает ли код то, что он должен делать? В конце концов, если это не так, то какой смысл был писать его в первую очередь? Так что само собой разумеется, что вы хотите, чтобы написанный вами код был правильным. И это, очевидно, не всегда так. Опять же, каждый раз, когда ваш Mac, ПК или телефон выходил из строя, какой-то человек где-то писал глючный код-то, есть код с ошибками. Но корректность кода будет первой главной целью. Но есть и более субъективная цель, видимая со временем, вопрос дизайна. И мы немного убедились в этом на прошлой неделе, когда я предложил, чтобы мы могли лучше проектировать даже программы с нуля. Возможно, используя циклы вместо того, чтобы просто копировать и вставлять одни и те же блоки снова и снова. Таким образом, дизайн более субъективен. Это скорее научное искусство, при котором два человека могут в конечном счете разойтись во мнениях относительно того, какая версия программы лучше разработана. Но в ближайшие недели мы дадим вам строительные блоки и принципы, чтобы вы могли лучше понять, хорошо ли разработан ваш собственный код. И почему это так ценно? Ну, чем лучше разработан ваш код, часто тем быстрее он будет выполняться, тем более удобным он будет для вас или ваших коллег, если вы работаете с другими людьми в реальном мире. Так что хороший дизайн – это хорошо. Он помогает вам донести свои идеи, точно так же, как в типичном английском эссе. И, наконец, на этой неделе мы поговорим о стиле. И это действительно всего лишь эстетика вашего кода. Оказывается, компьютерам часто все равно, насколько неаккуратен ваш реальный код, тогда как в мире кода оказывается, что на самом деле вам не нужно делать отступы красивым способом. Вам не нужно разбивать такие вещи на странице в эссе. Компьютеру, как правило, все равно в отличие от человека. Ассистенту преподавателя все равно. Вам будет не все равно на следующий день, когда вы просто попытаетесь понять, что делает ваш код. Поэтому мы наконец сосредоточимся на стиле эстетики кода, который вы пишете. Так где же мы будем писать код? Где мы будем компилировать код? Итак, для этого класса не только с C, но и с другими языками, которые мы будем использовать позже в этом семестре. Мы собираемся Использовать бесплатный текстовый редактор, который называется Visual Studio Code, он же vs Code. В наши дни он очень популярен не только для языка C, но и для C, и для Python, и для Java, и для любого количества других языков. Это текстовый редактор в том смысле, что он позволяет редактировать текст. И это все, что будет представлять собой код. Теперь, строго говоря, вы могли бы писать код на бумаге карандаше. На самом деле, в старшей школе, если бы вы посещали занятия, вы могли бы сделать это один или несколько раз в качестве упражнения в классе. Вы, конечно, не можете выполнить это на бумаге, но вы, конечно, могли бы написать это. Вы могли бы использовать что-то вроде micro. Microsoft Word или на Tepot. X или редактирование текста на Mac. Но ни одна из этих программ на самом деле не предназначена для форматирования кода наилучшим для вас способом. И они не предназначены для того, чтобы позволить вам компилировать и запускать код. Таким образом, Versus Code станет инструментом, с помощью которого вы сможете делать все это и даже больше, писать код, компилировать код, запускать код. Чтобы вам всем не пришлось бороться с глупыми головными болями технической поддержки в начале курса, установив это программное обеспечение на ваши компьютеры Mac или ПК. Мы будем использовать облачную версию Versus Code в Code. CS50. А Йоу. И это будет точно такой же инструмент. И цель таким образом состоит в том, чтобы к концу семестра перенести вас из этой облачной среды на ваш собственный Mac и ПК. Чтобы даже если CS50 — единственный класс CS, который вы когда-либо посещали, вы на 100% готовы продолжить писать код после занятия, используя не что-то даже специфичное для CS50, а де-факто отраслевой стандарт, по крайней мере в течение некоторого времени. Так как же будет выглядеть эта программа в сравнении с кодом, будь то на вашем Mac, ПК или изначально в вашем браузере. Это будет выглядеть примерно так. И на экране будет несколько разных областей. А здесь изображен тот самый код, который я продолжаю предлагать в качестве простейшей программы, которую вы можете написать на C. И что это за разные области экрана? Ну, по сути, здесь эти четыре. Итак, во-первых, вверху будет выделена одна или несколько вкладок, на которых вы собираетесь фактически писать код. Так же, как в Google Docs или Microsoft Word. У вас могут быть открыты вкладки с файлами. Аналогично в Versus Code или действительно в любой среде программирования в настоящее время, как правило, есть какие-то вкладки. И это будет вкладка, содержащая файл, кажется, под названием hello. C. И это будет самый первый файл, который мы напишем буквально через мгновение. Однако здесь внизу будет интерфейс, который многие из вас, возможно, не знают. Это то, что называется окном терминала. А окно терминала предоставляет то, что обычно называется интерфейсом командной строки или кли. И это в отличие от графического пользовательского интерфейса или GUI. Теперь мы с вами каждый день используем графические интерфейсы на наших телефонах, на наших компьютерах. А графический интерфейс это буквально графический интерфейс, так что меню, кнопки и значки. И вы обычно используете палец, или трекпад, или мышь, или что-то в этом роде для взаимодействия с ним. Но оказывается, что многие программисты, они говорят, что большинство программистов, по крайней мере со временем, предпочитают не графический интерфейс, а кли. Интерфейс командной строки, где вы фактически делаете все несколько загадочно с помощью одной клавиатуры. Почему? Ну, оказывается, в большинство компьютеров просто встроено больше функций, если вы можете получить к ним доступ с помощью клавиатуры. Оказывается, большинство из нас могут печатать быстрее, чем вы можете указать и щелкнуть мышью. И это в конечном итоге приводит к повышению эффективности с течением времени. Итак, со временем вам будет удобно использовать это окно терминала для таких вещей, как компиляция вашего кода или создание вашей программы, а также ее запуск. Таким образом, поначалу у вас не будет привычки просто дважды щелкать по значкам, как мы делаем в нашем типичном реальном мире. Вы будете делать это по-программистски. Но это не исключает добавление значков, кликабельности и многого другого. В левой части Versus Code будет несколько знакомый проводник файлов, своего рода иерархическое дерево, как на вашем Mac или ПК вы сможете просмотреть все файлы в своей учетной записи. Здесь, например, изображен просто Hello. C, который я создам сам через мгновение. А затем далеко слева находится так называемая панель действий, и здесь вы просто получаете множество традиционных меню и кнопок. Таким образом, сам Versus Code предоставляет вам как графический интерфейс, так и интерфейс командной строки. Но именно в интерфейсе командной строки, в окне терминала, в нижней области экрана, мы фактически собираемся вводить большинство наших команд. И вообще на занятиях я собираюсь скрыть все графические материалы, которые просто не представляют особого интереса. Так что с учетом сказанного позвольте мне перейти на живую версию versus code. И я действительно спрятался в панели действий. Я действительно спрятал проводник файлов. Так что то, что у меня здесь есть для наглядности, это действительно большая область для написания кода и действительно большое окно терминала внизу. Вы увидите в окне терминала знак доллара. И это не означает какую-либо форму валюты. Это просто стандартный символ, который представляет здесь команды ввода. Так что тот факт, что здесь только знак доллара и курсор, означает в конце концов, что именно там я собираюсь вводить команды. Но сначала я действительно создам некоторый код так как же я могу программировать, используя Versus Code, будь то на моем Mac ПК или в этой облачной среде, которую вы настроите для набора задач 1, написать свой первый файл. Ну, пожалуй, самый простой способ это вот это. Буквально запустите код команды, а затем имя файла, который вы хотите создать. Обратите внимание, что я намеренно заканчиваю файл буквой C в нижнем регистре. Обратите внимание, что я намеренно написал все имя файла в нижнем регистре. И это всего лишь условности. Вы могли бы использовать заглавную букву H. Вы могли бы использовать заглавную букву C. Но просто не делайте этого. Следуйте передовым практикам, чтобы это соответствовало тому, что сделало бы большинство остальных. Когда я нажимаю Enter, я просто получаю пустую вкладку, точно так же, как на скриншоте мгновение назад. И именно на этой вкладке я теперь могу написать свою самую первую программу на C. К сожалению, она не так удобна для пользователя, как Scratch, где вы перетаскиваете пару кусочков головоломки, и бум, готово. Поэтому я сделаю это на память. Но это тоже со временем станет для вас привычным. Я собираюсь включить нечто, называемое Studio. H. Я собираюсь ввести int main void в скобках. В новой строке я собираюсь вставить несколько фигурных скобок, как мы их будем называть. А затем я наберу printf, а затем несколько скобок, а затем в кавычках привет, запятая, мир, затем обратная косая черта, Затем строчная буква n, затем заключительная кавычка, а затем точка с запятой в самом конце строки. Итак, все, что я сделал, этого создал просто по памяти, ту самую первую программу. Немного позже мы проясним, для чего предназначена большая часть этой программы. Но пока давайте просто запустим эту штуку на самом деле. И точно так же, как я впервые нажал на зеленый флаг на прошлой неделе, давайте на самом деле скомпилируем и запустим эту программу. Если бы это был ваш Mac или ПК, и Google или Microsoft, или кто-то другой создал программное обеспечение, на этом этапе истории мы бы дважды щелкнули по значку. Но мы пока не можем этого сделать. Это все еще исходный код. Поэтому я собираюсь нажать кнопку назад в окне моего терминала. Обратите внимание, что у меня есть второй знак доллара под первым, что просто означает, что он готов ко второй команде. А теперь команда, с помощью которой можно сделать эту реальную программу, скомпилировать ее из исходного кода в машинный код, будет довольно просто make. А затем название программы, которую я хочу создать. Небольшая тонкость, я намеренно опускаю. Си, потому что в программе, которую я хочу сделать, я просто хочу позвонить hello. Не пишите make hello. Си, просто напишите make hello. И эта программа make по сути является нашим компилятором. С технической точки зрения это программа, которая автоматизирует компиляцию моей программы для меня. Но она увидит, что я набрал слово привет. Теперь она автоматически отыщет файл на жестком диске под названием hello. C преобразует его из исходного кода на языке C в машинный код с нулями и единицами. Так что если я не допустил никаких опечаток, видите, кажется, ничего не произойдет. И это хорошо. Почти всегда, если на экран ничего не выводится, вы хорошо поработали. Вы не допустили никаких ошибок. На вас не кричали. Сообщений об ошибках нет. Так что это действительно хорошо. Как мне теперь запустить эту программу? Хорошо обратите внимание, что у меня есть третий знак доллара, что просто означает, что я готов к третьей команде. А теперь я собираюсь бежать. Здравствуйте. И это по общему признанию немного странно, что вам приходится делать косую черту. Но пока просто примите на веру, что именно так вы запускаете программу под названием Hello в вашей текущей папке, в вашем текущем каталоге в этой области. Среде. Хорошо, снова скрещиваю пальцы и нажимаю Enter. И вуаля моя самая первая программа на языке C. Привет, мир. А теперь позвольте мне продолжить и показать проводник файлов, который, как я предполагал, существует ранее. Я просто воспользуюсь сочетанием клавиш, чтобы показать это. И, как правило, я держу его закрытым, потому что на самом деле мне не нужно постоянно знать, какие файлы находятся в моем аккаунте. Но сейчас вы увидите в проводнике файлов, похожем по духу на Mac или ПК, но графически немного отличающимся. Вот мой файл, здравствуйте. Си, он выделен, потому что у меня открыта эта вкладка. Но теперь здесь есть второй файл, который называется просто привет. Это название моей программы. Так что если бы вы были на Mac или ПК, вы идеале вы бы дважды щелкнули по этой штуке. Вы не можете этого сделать в среде командной строки. Вы должны запустить ее здесь. Но это все, что мы сделали. Мы создали файл под названием hello. C, а затем мой компилятор создал из него программу. Позвольте мне сделать паузу и посмотреть, есть ли у вас какие-либо вопросы, потому что там много волшебных фраз. Да, да. Так что если вы в настоящее время следите за новостями, играете дома и получаете какое-то сообщение об ошибке. Часть сегодняшнего дня будет состоять в том, чтобы я намеренно вызвал некоторые из этих сообщений об ошибках. А пока позвольте мне просто предположить, что если вы буквально сделали то же, что и я, то должно быть где-то допустили опечатку. И обратите внимание, что это действительно стандартный ввод-вывод Studio H. Может быть вы набрали Studio H, Окей, супер распространенная ошибка, я мог бы вызвать вас. Это не Studio. H это Studio. H очень распространенная ошибка. Но это точно отражает те глупые головные боли, с которыми вы столкнетесь на этой неделе, возможно, в течение нескольких недель, возможно, честно говоря, в течение нескольких лет. Но со временем вы начинаете замечать эти глупые ошибки, и это становится все легче и легче, потому что компьютер будет настолько упорядочен. Он будет делать только то, что вы ему прикажете. И если вы скажете, потому что это устно звучит как Studio. H он не узнает, что это за файл. Так что на самом деле деле, спасибо, что споткнулись об этот рано. Это очень часто случается. Да? Почему у вас два файла привет? Дэвидж, Малан, почему у меня должны быть файлы привет? Да, Дэвидж, Малан, так почему же у меня должны быть файлы привет? Один из них тот, который я создал как человек, называется привет. Си и он изображен прямо здесь. Но затем, когда я запустил Make Hello, этот процесс скомпилировал мой исходный код в машинный код. Так что этот второй файл, просто называемый hello, это файл, содержащий все те нули и единицы, которые на самом деле понимает сервер. Хорошо, вопрос? Доступ к hello. Дэвидж, Малан, если вы попробуете щелкнуть по файлу hello, вы увидите в этой среде код versus, цитата без кавычек, файл не отображается в редакторе, потому что он либо двоичный. Он же нули и единицы, либо использует неподдерживаемую кодировку текста. В данном случае это двоичный код. Это нули и единицы. Теперь вы могли бы использовать программное обеспечение, чтобы увидеть эти нули и единицы. Это не будет интеллектуально поучительно для большинства людей. Так что Versus Code просто выбирает, показывать ли вам это вообще. Так что это тоже было бы распространенной ошибкой, нажимать на файл, который вы не собираетесь. Но исходный код действительно будет доступен для редактирования нами. Хорошо, и так я написал эту программу. Кажется, она волшебным образом Работает по крайней мере с некоторыми усилиями, если вы правильно нажимаете каждое нажатие клавиши. Так в чем же дело? И как это работает? Ну, во-первых, обратите внимание, что даже без того, чтобы я выделял что-то или выбирал кнопки для меню, обратите внимание, что оно уже имеет цветовую маркировку. И все же я не выделял его по пути в стиле Google DAX, конечно, меняет цвет. Что же, оказывается, то, что Versus Code и большинство современных сред программирования делают для вас автоматически, это подсветка синтаксиса. Так что подсветка синтаксиса — это всего лишь функция типичных современных текстовых редакторов, которая анализирует введенный вами код. И когда он замечает определенные типы нажатий клавиш, вещи, которые представляют функции, или условные выражения, или циклы, или переменные, много слов с прошлой недели. Он просто выделяет их для вас совсем по-другому. Так, например, Main, который мы скоро увидим, здесь окрашен в фиолетовый цвет. Int Void include выделены красным цветом. Здравствуйте, мир выделен синим цветом. Мои скобки выделены зеленым цветом. Это тоже будет полностью зависеть от программиста. На самом деле, если вы хотите изменить эти цвета для набора задач 1 для вашей собственной среды, вы можете покопаться в настройках Versus Code с помощью значка шестеренки. Вы можете перейти на другую цветовую тему. Подсветка синтаксиса – это не какая-то конкретная цветовая схема, как в Scratch. Просто, как правило, у каждого человека свои предпочтения. Но это все, что здесь происходит. Это понятие подсветки синтаксиса на данный момент. Хорошо, что еще происходит в этом коде, прежде чем я его запущу, а точнее напишу. Ну, это выглядит примерно так, если я уберу все цвета. А затем, просто ради обсуждения, позвольте мне продолжить и покрасить его немного больше в цвет Scratch. Вспомните, что в нашей самой первой Scratch-программе, которая просто сказала привет, мир на экране, был значок с зеленым флажком, кусочек головоломки, примерно оранжевого цвета. А затем фиолетовый блок скажи под ним. Итак, хотя эта версия на языке C, если мы запустим перемотку назад на прошлую неделю, то это будет та же самая программа на Scratch. Но то, что происходит сейчас, точно то же самое. Итак, если вы вспомните прошлую неделю и у вас есть какая-то функция, например, функция сей фиолетового цвета, которая может принимать один или несколько аргументов. Например, входные данные, влияющие на то, что она говорит на экране. И потом функции, напомним, иногда могут иметь побочные эффекты, например, на экране появляется речевой пузырь. Итак, на прошлой неделе, когда мы использовали блок «Скажи» и передали аргумент «Привет, мир слева», мы получили этот визуальный побочный эффект на экране, который говорит «Привет, мир в речевом пузыре». И это именно то, что только что произошло в Versus Code, но гораздо-гораздо более текстуально. И давайте теперь немного внимательнее рассмотрим сам код. Позвольте мне махнуть рукой на эквивалент того, как зеленый флаг щелкнул по части моего кода, и давайте сосредоточимся только на блоке Save Scratch и соответствующей функции в C. Так что если бы я прошел через это и захотел преобразовать то, что мы сделали на прошлой неделе с блоком Save C, я бы сначала использовал функцию печати. Хотя на самом деле это немного белая ложь. На самом деле это функция print. Print означает отформатированный. И это просто функция, которая позволяет форматировать текст на экране. В C нет функции Save, есть функция print. То, что Мид сделал много лет назад, заключалась в том, что они взяли то, что исторически существовало как принт, и упростили его для более широкой аудитории, просто назвав его по сути сей. Но обратите внимание, что теперь если я захочу преобразовать Scratch код слева в код C справа, он будет той же формы. Поэтому Массачусетский технологический институт намеренно использовал этот белый овал, хотя бы потому, что он навевает мысль о том, что скобки тоже должны быть. Итак, справа, если я хочу передать аргумент или входные данные функции printf, я использую открытые скобки и закрытые скобки. В этих скобках я затем печатаю все что хочу напечатать на экране, в данном случае «Привет, запятая мир». Но обратите внимание, что я намеренно оставил немного места, потому что вам нужно несколько дополнительных нажатий клавиш в мире C. Каждый раз, когда вы вводите какой-либо текст, иначе известный как строка текста, если использовать жаргон информатики, вам нужно процитировать его, в данном случае, в двойных кавычках. Двойная кавычка слева, двойная кавычка справа. И обратите внимание, что я собираюсь включить здесь немного загадочный символ, обратную косую черту N, которую я также набрал и произнес устно ранее. А затем последнюю неприятную Вероятность в конце этого, которая является точкой с запятой. Достаточно сказать, что именно поэтому мы начинаем с нуля. Вот это перетаскивание, все в порядке. На таком языке, как C, Printf, круглые скобки, двойные кавычки, нужный вам текст, обратная косая черта, n, точка с запятой в конце. Просто так много синтаксических накладных расходов. Но в конце концов это всего лишь функция. И вы привыкнете к таким неприятностям, как круглые скобки, кавычки, точка с запятой и тому подобное. Но у вас очень легко может что-то пойти не так, и очень легко ошибиться, даже с такими строками кода, как это. Так что позвольте мне сделать это. Позвольте мне вернуться к versus code, где у меня точно такой же код. Обратите внимание, что в строке 5 есть именно эта строка кода. Так что это эквивалент блока с и давайте рассмотрим, какие ошибки я могу допустить на раннем этапе или даже сейчас, спустя 20 лет после изучения этого, которые в целом довольно распространены. Предположим, я забуду там точку с запятой. Это так легко сделать. В конце концов, вы это сделаете. Давайте посмотрим, что произойдет сейчас, когда я вернусь в окно своего терминала и попытаюсь снова скомпилировать свой код. Просто чтобы навести порядок, я собираюсь очистить свой экран. Но это только ради лекции, чтобы мы могли сосредоточиться только на самой последней команде. Но сейчас я собираюсь продолжить и повторить make hello. Это гарантирует, что моя программа будет перекомпилировано. И это ручной процесс. Я изменил свой код. Нули и единицы на жестком диске не изменились. Мне нужно перекомпилировать его, чтобы вывести последний машинный код. Итак, поехали. Я нажму Enter, скрестив пальцы, как и раньше. Но опять же, я случайно убираю точку с запятой. О боже мой, сейчас в строках ошибок больше, чем в реальном коде. И к этому тоже нужно немного привыкнуть. Программы, которые мы используем, не обязательно были написаны с учетом наименее комфортной аудитории, но на самом деле профессиональными программистами в те времена. Но благодаря практике, опыту и ошибкам вы начнете замечать закономерности и здесь. Итак, вот что я напечатал. Сделайте привет после подсказки знак. Теперь на меня кричат следующим образом. Здравствуйте. Си двоеточие пять двоеточие двадцать Хорошо, к чему это относится. Я где-то облажался, в строке 5, на 29 символе в этой строке. Как правило, конкретный символ не так уж полезен, если только вы на самом деле не хотите его вычеркнуть. Но строка 5 хорошая подсказка. Почему? Это значит, что я облажался где-то здесь, в строке 5. Хорошо. Хорошо, в чем ошибка. Ожидал увидеть точку с запятой после выражения. И эта ошибка на самом деле довольно очевидна теперь, когда я вижу ее и понимаю, о, подождите минутку. Хорошо, вот моя строка кода. Здесь, так сказать, в виде эски рисунка, текстового текста, представляющего графику, он хочет, чтобы я выделил зеленым цветом точку с запятой в конце этой строки. Сгенерирована один ошибка, встроена, так что там есть какие-то эзотерические вещи. Но моя программа не компилировалась. Когда вы видите подобную ошибку, это означает, что она не сработала. Так что же можно исправить? Ну, очевидно, что исправление состоит в том, чтобы вернуться сюда, поставить точку с запятой там. И теперь, если я перекомпилирую свой код с помощью makeHello, я пока не буду очищать экран, просто чтобы показать вам разницу, теперь это просто сработало. Так что мы вернулись к работе, как и раньше. Хорошо, позвольте мне сделать паузу и спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы по поводу того, что я только что сделал. Поначалу эти сообщения об ошибках станут частыми. Да. Так, вам нужна точка с запятой после строки или только некоторые из них? Дэвид Ш. Малан, действительно хороший вопрос. Вам нужна точка с запятой после каждой строки или только немного? Оказывается, только немного. Это то, чему вы научитесь сегодня на практике с помощью демонстрации примеров. Как правило, вы ставите точку с запятой после утверждения, так сказать. И это технический термин для данной строки кода. Это утверждение. И думайте об этом так, как будто это кодовый эквивалент английского предложения. Так что точка с запятой в коде это как точка в английском языке, когда вы закончили с этой конкретной мыслью. На данный момент вам больше нигде не нужны точки с запятой, и мы увидим примеры того, где еще вы их ставите. Но обычно это в конце строки кода, которая не является чисто синтаксической, как фигурные скобки. Другие вопросы по ошибке, которую я только что исправил и создал для себя? Да. Дэвидж, Малан, правильно. Итак, строка 5 – это то место, где ошибка наиболее вероятна. Символ 29 означает, что таким образом это 29 символов. И тогда это фактически в данном случае дает мне предложение. Компилятор не всегда будет знать, как мне дать совет, особенно если я допустил настоящий беспорядок в своем коде. Но часто он сделает все возможное, чтобы дать вам такой ответ. Да? Почему вы сначала ввели код Hello? Си? Дэвидж, Малан, Ах так как же получилось, что я сначала набрал код, пробел hello. C, а теперь набираю make hello, два разных процесса. Поэтому, когда я набрал код, пробел hello. C, это было потому, что я хотел открыть versus code и создать новый файл с именем hello. C, это похоже на переход к файлу новому на Mac или ПК. Однако после этого, как только файл существует и фактически открыт здесь, и он выполняет автосохранение, вам не нужно постоянно нажимать команды или элементы управления. Теперь я могу компилировать его с помощью make hello снова и снова. Теоретически мне никогда не придется снова вводить код пробел hello c если только я не захочу создать совершенно новый файл с тем же названием хорошо так как насчет этого другого фрагмента синтаксиса здесь позвольте мне очистить окно моего терминала здесь вы также можете нажать ctrl l чтобы просто выбросить все просто чтобы привести это в порядок эстетически предположим что я опущу чтобы это не была за последовательность символов обратную косую черту n так как на первый взгляд я не совсем уверен почему она там вообще есть кто-нибудь хочет высказать предположение особенно если вы никогда раньше не программировали что может произойти зайти сейчас, если я перекомпилирую и повторно запущу эту версию программы. Я оставил точку с запятой, но убрал обратную косую черту n. Какие-нибудь инстинкты? Хорошо, хорошо. Да. Появится ли следующий знак доллара сразу после вашего привет мир Дэвидж Малан так и будет. Следующий знак доллара появится сразу после моего привет мир. Но почему вы так думаете? Потому что обратная косая черта N создает новую строку. Дэвидж Малан совершенно верно. Обратная косая черта N на самом деле это специальная последовательность символов, которая создает новую строку. И поэтому к вашему сведению, если я перекомпилирую эту программу, сделайте hello, видите, синтаксической ошибки нет, значит на этот раз она действительно скомпилировалась. Так что вам не нужна обратная косая черта N. вам нужна точка с запятой. Но если у вас нет обратной Косой черты N, посмотрите, что произойдет, когда я это сделаю. На этот раз здравствуйте. Теперь я действительно вижу привет, запятую, мир, а затем странный знак доллара. И это все еще подсказка. Я все еще могу вводить в нее команды, например, очистить, и все очищается. Но это просто выглядит немного глупо. Если я снова запущу его здесь с помощью, здравствуйте, это просто не очень удобно для пользователя. Принято считать, что когда вы закончите запускать свою программу, в идеале вы должны все навести порядок, переместить курсор на следующую строку для пользователя. Таким образом, обратная косая черта N это просто специальный символ иначе известный как escape последовательность, которая, как известно, C означает перемещение курсора на следующую строку. В других языках, в том числе в Python, используется та же символика. Теперь, если я вернусь к приведенному здесь коду и, например, попытаюсь сделать это по-другому, предположим, я не поставлю обратную косую черту N. Я просто нажму Enter, как обычный человек в Google DAX или Microsoft Word. Позвольте мне продолжить и попробовать скомпилировать эту программу. И это, как вы надеетесь, сработает не так ли? Вы бы надеялись, что это выведет Привет, мир, а затем пустую строку потому что я перемещаю курсор на следующую строку но нет если я запущу make hello сейчас и попытаюсь скомпилировать это все это не понравится теперь я получаю другую ошибку все еще в строке 5 на этот раз начинающуюся с символа 12 ошибка, отсутствует завершающий символ двойной кавычки. А затем еще какие-то эзотерические вещи. И тогда это звучит не очень хорошо, на этот раз фатальная ошибка, слишком много ошибок, сейчас остановимся. Так что я действительно облажался. Так почему же я не могу этого сделать? Просто потому что. Люди, которые разработали язык C, решили, что если у вас есть строка текста, она должна оставаться на одной и той же строке. Она может стать очень длинной. Ее можно мягко обернуть, то есть без нажатия клавиши Enter. Но вы не можете нажать клавишу Enter, чтобы создать новую строку. Если вы намеренно хотите создать новую строку, вам действительно придется использовать этот символ обратной косой черты nscape Так что позвольте мне сделать это. Позвольте мне поставить его на место. Позвольте мне вернуться к окну моего терминала. Я снова очищу экран. Позвольте мне продолжить и сделать Hello, чтобы перекомпилировать его до этой версии. Hello. И вуаля, мы снова работаем с Hello. Хорошо, а теперь давайте разберем некоторые другие аспекты этого кода, потому что многое происходит только для того, чтобы заставить нас сказать привет, мир на экране. На сегодня мы в основном будем игнорировать это int main void и эти фигурные скобки здесь. Мы еще вернемся к этому вопросу, чтобы понять, почему он там есть. Но сейчас просто подумайте о int main void и этих фигурных скобках здесь, как о том, что на самом деле это эквивалент C, когда щелкнул зеленый флаг. Почему? Вам это просто нужно там. Вот как вы запускаете свою программу. И main действительно будет какой-то специальной функцией, но подробнее об этом в другой раз. Но почему у меня здесь эта строка кода? Правильное написание действительности. И на этот раз они заключены в угловые скобки, так что это немного ново. Там есть хэш, а затем ключевое слово include. Если вы не знаете, что это такое, на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы просто избавиться от этого и посмотреть, что произойдет. Так что позвольте мне удалить эту строчку. Позвольте мне вернуться в окно моего терминала, очистить экран, а затем снова запустить привет. И давайте попробуем скомпилировать эту программу прямо сейчас без этой первой строки. Почему? Я этого не понимаю, так что давайте посмотрим, что получится. Хорошо, вот еще одна ошибка, но давайте посмотрим, здравствуйте. Си строка 5, символ 5, так что это довольно рано, ошибка, неявное объявление библиотечной функции print с типом int, а затем точка, точка, точка. Таким образом, неявное объявление библиотечной функции print, это звучит очень загадочно. Вы станете лучше понимать подобные фразы. Но, по-видимому, мне действительно нужна строка включения для стео. H. Но почему? Основываясь на этом симптоме, каков может быть ваш инстинкт относительно того, что эта первая строка кода делает для нас в первую очередь? Почему интуитивно она должна быть там? Это то, как она функционирует. Дэвидж, Малан, именно так. Это похоже на импорт библиотеки, чтобы вы могли делать такие вещи, как распечатывать что-то на экране. Теперь в Scratch вам не нужно было делать этого для большинства фрагментов головоломки. Но вы, возможно, помните, что в середине недели ноль я перешел к кнопке расширения в левом нижнем углу Scratch-экрана и импортировал несколько дополнительных фрагментов головоломки для текста. За речь, которая дала нам жуткий очеловеченный голос, который на самом деле исходил из кошачьей пасти. Ну, это было похоже на добавление библиотеки кода, написанного кем-то другим. В таком случае это была третья сторона. Но я сам предоставил себе доступ к ней. То же самое и здесь. Оказывается, на самом деле вы не получаете принт автоматически в C вы должны включить так называемый заголовочный файл, который объявляет о существовании этой функции. Так вот, исторически причиной этого является просто эффективность. В те времена, когда компьютеры были действительно медленнее и ограничены в ресурсах, вы же не хотели просто предоставить себе доступ ко всей кухонной раковине функциональности. Вы хотели включить только те функции, которые вас действительно волнуют. В настоящее время это шаг копирования вставки, потому что вы почти всегда хотите распечатать что-то на экране, по крайней мере, при написании подобных программ. Но эти так называемые заголовочные файлы содержат достаточно информации обо всех функциях в так называемой стандартной библиотеке ввода-вывода. А стандартный ввод-вывод означает просто стандартный ввод и вывод. И это уместно, не так ли? Потому что печать это довольно простой вывод. Оказывается, есть и другие функции для получения ввода с клавиатуры человека, об этом немного позже. Но в любой момент, когда вы захотите напечатать что-то на экране на языке C, вам действительно нужно включить этот заголовок заголовочный файл в начало вашего кода. И это по сути сообщит компилятору. Эй, компилятор, я хочу использовать функциональности стандартной библиотеки ввода-вывода, в том числе print в данном случае. И если вы случайно опустите заголовочный файл, он просто не сработает, потому что он не знает, что такое print. В таком случае это какой-то нераспознанный символ. Хорошо, тогда вопросы по поводу этой строки кода, этой строки кода здесь, или что это за заголовочные файлы. Хорошо, вы можете задаться вопросом, откуда вы знаете, какие функции существуют, откуда вы знаете, какие файлы вы действительно можете захотеть включить. Оказывается, C это язык, которому много лет, и у него достаточно документации. Оговорка заключается в том, что его документация не обязательно настолько удобна для пользователя. Но то, что у нас есть для курса, это упрощенная версия официальной документации для C, по этому URL-адресу здесь manual CS50io. Итак, в мире C, да и в других языках тоже. Есть так называемые страницы руководства. И это всего лишь текстовая документация, которая, честно говоря, обычно написана таким голосом, что нужно быть опытным программистом, чтобы понять кое-что из этого. И так, что мы сделали в этой версии той же документации, так это импортировали всю оригинальную официальную документацию, но добавили менее удобные переводы на английский. Для многих функций, которые вы могли бы использовать в классе, просто чтобы помочь вам на борту. Так что в конце концов вам не нужна эта документация в долгосрочной перспективе. Но просто для начала мы переведем ее на терминологию которую вы могли бы оценить, например, от ассистента-преподавателя, в отличие от первоначального автора этих документов. И поэтому, например, если вам интересно прочитать о том, какие функции существуют в файле SDO, H, вы можете перейти по URL-адресу подобному этому или выполнить поиск по адресу Manuel. CS50. Ayo. Это покажет вам список всех доступных функций в этой библиотеке и выведет на печать, если это действительно будет одна из них. А затем вы можете нажать на это дальше, перейдя по URL-адресу подобному этому, который предоставит вам всю документацию по использованию Print. Оказывается, вы можете сделать даже больше, чем просто распечатать «Привет, мир». И сегодня мы поцарапаем поверхность этого. Но оказывается, что документация всегда будет вашим авторитетным источником в конечном счете для таких вопросов, как что я могу сделать и как я могу это сделать. Между тем, оказывается, что CS50 имеет собственную библиотеку и доступно через заголовочный файл под названием CS50. H. Оказывается, что C-вывод на самом деле довольно прост, условно говоря, как только вы привыкнете ко всем фигурным скобкам, скобкам, кавычкам и тому подобному. Но вот немного сложнее. И если вы уже программировали раньше, то вот не так уж сложно сделать на Python. Это не так уж сложно сделать на Java. Это сложнее сделать на C. И мы увидим почему через пару недель. Но в течение первых двух недель занятий мы фактически предоставляем вам своего рода обучающие диски, благодаря которым у нас есть ряд функций, объявленных в этом файле CS50. H. Он размещает свою документацию по такому URL-адресу. И через мгновение мы будем использовать некоторые из них. Вы увидите, что CS50 предоставляет вам некоторые функции, такие как get подчеркивание char для получения одного символа с клавиатуры пользователя. get подчеркивание in для получения целого числа с клавиатуры пользователя. get подчеркивание string, чтобы получить последовательность текста с клавиатуры пользователя, а также кучу других. Так что давайте действительно воспользуемся некоторыми из этих функций, как насчет того, чтобы пересмотреть действительно вторую программу, которую мы написали на Scratch в прошлый раз, которая добавляет некоторые входные данные к выходным. Итак, первая версия Scratch была просто Hello World. Говорил одно и то же каждый раз, когда вы нажимали на зеленый флажок. Версия 2, напомню, однако сделала это. Она спросила пользователя, как вас зовут. А затем это каким-то образом вернуло ей возвращаемое значение, мы назвали ее, а затем присоединились к привет и этому имени, чтобы сказать что-то более интересное на экране так как же выглядела эта модель. То же самое, что и раньше. У нас есть функция посередине, где функция похожа на кодовую реализацию нашего алгоритма, которая принимает один или несколько аргументов, например, что вы хотите сказать на экране в конечном счете. И возвращаемое значение в данном случае на самом деле будет возвращаемым значением. Так что в случае получения входных данных, мы можем снова рассмотреть этот блок запроса, как и на прошлой неделе. Вход в него – это любые слова на английском языке, которые вы хотите задать пользователю. А затем он возвращает значение. И это было вызвано по умолчанию в всемирном ответе Массачусетского Технологического института. Но мы увидим, что в языке C вы можете называть эти возвращаемые значения как угодно, в конечном счете в переменных. Но это отличается от побочного эффекта. Побочный эффект это просто нечто визуальное, часто происходящее на экране, например, речевой пузырь или привет мир. Возвращаемое значение это на самом деле значение, которое вы получаете от функции, которое вы можете использовать или повторно использовать. Так как же нам преобразовать этот блок с нуля с прошлой недели в код на языке C на этой неделе? Ну, если вы хотите спросить у пользователя что-то вроде его имени, вы можете сделать это. Вы используете функцию CS50, которая называется get подчеркивание 3. И вы используете круглые скобки для представления входных данных. Затем вы можете вставить предложение, которое хотите задать пользователю. Цитата без кавычек, как вас зовут. Но вам действительно нужны кавычки буквально на Си, так что я добавлю их тонко, но я намеренно включил пробел после знака вопроса, но перед двойной кавычкой, просто чтобы курсор переместился на один шаг вперед. Потому что в этом случае мы не получим специальный речевой блок, как это было в Scratch. Он просто оставит курсор там, где он есть, так что мы увидим, что с эстетической точки зрения это просто перемещает мигающий курсор на один пробел после предложения на экране. Хорошо, но загвоздка в том, что с нуля мы просто автоматически получили ответ от пользователя в специальной переменной, называемой answer. В языке C вам придется быть немного более конкретным. В языке C, если вы хотите получить возвращаемое значение из функции такой, как get подчеркивание string, вы должны использовать знак равенства, а затем ими переменный слева. Выбор переменных зависит от вас. Я мог бы назвать это как угодно, x, y, z. Я собираюсь более описательно назвать это ответом на паритет с тем, что Мид сделал скретч. Scratch. Но обратите внимание, что это не означает равенство как такового. В данном случае это назначение. Поэтому в языке C, когда вы используете один знак равенства, это означает копирование значения справа на значение слева, справа налево. Так что же это нам дает? Хорошо, если get подчеркивание string – это функция, которая запрашивает у пользователя, в кавычках без кавычек, как вас зовут. И у нее есть возвращаемое значение «я требую». Это означает, что она возвращает мне какое-то значение. Но я должен все что-то сделать с этим значением. Поэтому если я хочу скопировать это значение в переменную, которую я могу использовать и повторно использовать, я использую знак равенства. И придумываю слева от этого знака равенства любое имя переменной, которое я хочу. Существуют определенные правила. Существуют определенные условности. Но, как правило, если вы используете одно единственное слово со всеми строчными буквами, вы в хорошей форме. Но буква S немного более педантична. И те из вас, кто программировал раньше, возможно, не привыкли к этому, например, на Python, в мир которого мы попадем через несколько недель. Вы также должны сообщить C, какой тип значения вы храните. Так что если мне действительно нужна строка текста от пользователя, не целое число ни одного символа. Мне нужна целая строка текста, например, фраза предложения имя, в данном случае я должен сообщить C, что эта переменная имеет тип string. Так что это немного многословно, но вы к этому привыкнете. И вы просто должны быть точны. Вы сообщаете компьютеру, какой тип значения входит в эту переменную. Хорошо, это так близко к истине, но я опустил кое-что, что все еще раздражающе важно. Чего еще не хватает? Да, точка с запятой. Дэвидж, Малан, и так точка с запятой. Это заявление. Это похоже на законченную мысль, если хотите. В коде мне действительно нужно закончить его в конечном счете точкой с запятой в конце. Хорошо, так что это было больше похоже на глоток, но давайте попробуем использовать это в моем коде. Позвольте мне вернуться к Versus Code, где у меня здесь версия 0 моего кода. Позвольте мне продолжить и включить еще один файл в начало файла Hello. C, а именно включить CS50. H, чтобы теперь у меня был доступ к get, подчеркивание string и всему остальному, что мне может понадобиться. А теперь позвольте мне продолжить и добавить строку кода сюда, внутри этих фигурных скобок. И позвольте мне продолжить и сделать это, Строка ответа равна get подчеркивание string, кавычка, без кавычек, как вас зовут, знак вопроса. Я собираюсь добавить дополнительный пробел перед двойной кавычкой. Я действительно собираюсь закончить свою мысль точкой с запятой. А теперь позвольте мне намеренно допустить ошибку, просто чтобы подчеркнуть здесь суть. Позвольте мне теперь попробовать изменить привет, мирно привет, запятая ответ. Теперь возможно, хотя это несколько новых строк кода, вы сможете увидеть, где я уже допустил ошибку. Но позвольте мне попробовать создать эту программу прямо сейчас. Пока все идет хорошо. Так что никаких сообщений об Ошибках. Так что это хорошо. Позвольте мне продолжить работу. Здравствуйте, и вы увидите подсказку. Как вас зовут? Знак вопроса. И обратите внимание, курсор действительно находится на один пробел справа только потому, что я подумал, что было бы красивее поставить там небольшое пустое пространство, а не оставлять его сразу после знака вопроса. Позвольте мне вести свое имя. Но даже если вы никогда раньше не программировали, здесь я облажался. Что мы увидим на экране, когда я нажму Enter. Здравствуйте, ответьте. Дэвид Ш, Малан, да. Здравствуйте, скорее всего, ответите. Почему? Потому что компьютер воспримет меня буквально. И если я скажу, цитирую, не цитирую. «Здравствуйте, ответьте». Это строка текста, за которой следует новая строка, которая будет выведена на экран. Поэтому нам нужен какой-то способ фактически вставить ответ в эту строку кода. Это не так просто, как Scratch, где вы могли бы просто взять второй блок Say и перетащить туда переменную. Нам действительно нужен новый синтаксис. Поначалу это может показаться странным, но в настоящее время это повсеместно используется в программном обеспечении, особенно в мире C и некоторых других языков. Так что позвольте мне пойти дальше и предложить решить эту проблему следующим образом. Ну тогда, когда мы мы делали это в Scratch помните, что самым элегантным решением было вот это. Мы все еще использовали блок Say, который сегодня будет аналогичен принт. Но я использую команду join puzzle и scratch, чтобы объединить привет, запятую, пробел, а затем имя человека. Так как же нам перевести этот код на C? Теперь это будет выглядеть немного по-другому. Я собираюсь начать спринт с несколькими круглыми скобками и точкой с запятой, представляющей блок сей. Но как мне теперь выполнить это объединение? Вот тут кусочки головоломки не совсем идеально переводятся. Это был бы правильный способ сделать это. Вы ставите привет, запятую, а затем заполнитель. Итак, это то, что известно как код формата на языке C, специально для принтов. И это просто означает, что это заполнитель для строки. Опять же, строка – это просто текст. Так что это означает, эй, компьютер, выведи буквально «Привет, запятая пробел», а затем не буквально S. S обрабатывается специально для того, чтобы означать, что здесь есть какое-то значение. Хорошо, так что же мне еще нужно? Ну, это все еще какой-то текст, так что я все равно собираюсь заключить все это в двойные кавычки. Я все равно собираюсь включить обратную косую черту N, просто чтобы навести порядок и переместить курсор на следующую строку. Поэтому последний шаг здесь, в языке C, это каким-то образом соединить ответ со словом «Привет». И вы делаете это с помощью print, не передавая ему ни одного аргумента, что я и продолжаю делать. Я продолжаю передавать ему одну строку текста, кавычки без кавычек. Теперь я добавлю запятую, а затем имя значения, которое я хочу, чтобы print вернулся и подключился к этому s и Print просто умно относится к этому. Если у вас есть 1% S и один дополнительный аргумент после запятой, он просто делает это, справа налево, он подключает его. Если у вас есть 2% S и две переменные после запятой, это тоже нормально. Если вы разделите их запятыми, это подключит первую переменную к первой процент S, а вторую переменную ко второй S. Так что это просто слева направо порядок операций. Это не так красиво и просто как это, но именно так это делается в C. Хорошо, позвольте мне сделать паузу, потому что здесь много символики. У вас есть вопросы по этой технике? Да. Почему вы исключили обратную косую черту N в предыдущем разделе? Дэвидш, Малан, да, действительно хороший вопрос. Почему я исключил обратную косую черту N мгновение назад? На самом деле, просто мое чувство эстетики, если хотите. Никаких веских причин, кроме этого. Так что если я оглянусь на свой код, вы совершенно справедливо заметите, что у меня там не было обратной косой черты N. Это просто потому, что каким бы чувством стиля я не обладал, я хотел, чтобы имя было введено сразу после вопроса. Я вполне мог бы добавить обратную косую черту N вместо пробела. Это позволило бы мне просто пить. Здесь. Все в полном порядке. Просто хотел показать вам кое-что другое. Хороший улов. Да? Вы можете показать пример с двумя с? Дэвидж, Малан, могу ли я показать пример с двумя s? Конечно. Так что позвольте мне в версус коде сделать это. Позвольте мне очистить окно моего терминала, чтобы навести порядок. И позвольте мне сделать это. Вместо того чтобы повсюду вызывать переменную answer, позвольте мне сначала вызвать ее. И я задам два вопроса. Как вас зовут? А теперь позвольте мне сделать строку last равный get подчеркивание string. Упс, заглавные буквы имеют значение. Поэтому позвольте мне исправить мои заглавные буквы там, цитата, без кавычек, как ваша фамилия, вопросительный знак, точка с запятой. А теперь мы подключим один процент и второй процент А теперь я собираюсь подключить первый с и последний с. Так совпало. А теперь я собираюсь вернуться к окну терминала. Поздоровайтесь, скрещиваю пальцы, все хорошо. Здравствуйте. Вот мой первый вопрос, Дэвид. Вот мой второй вопрос, Малан. И еще раз. Здравствуйте, Дэвид Малан. Так что он просто вставляет их слева направо. Все, что я делал для паритета Scratch. И позвольте мне продолжить и отменить это снова. Я вернусь к ответу вот так. Я вернусь к тому, чтобы просто спросить имя человека. Я собираюсь удалить упоминание о последнем. Я собираюсь удалить упоминание о втором процентес. И теперь, если я перекомпилирую эту более простую версию, Ой, я облажался, не собирался этого делать. Что я сделал не так? Вы забыли изменить первое в строке 7. Дэвидж, Малан, да, так что это просто ошибки новичка. Поэтому я изменил свою переменную обратно на ответ, чтобы она соответствовала неделе 0. Но здесь я ее не менял. Поэтому сначала я использую необъявленный идентификатор. Он не объявлен в том смысле, что я объявил ответ строкой раньше. Я не объявлял первым. Так что действительно интуитивно я хочу просто изменить это на это. Позвольте мне теперь еще раз поздороваться. Здравствуйте, на этот раз введите только мое имя. И вот оно, здравствуйте, Дэвид. Вопросы по этому синтаксису с помощью принтв? Да? Дэвид Ш. Малан, ах, заполнитель, я увеличу масштаб. Это всего 1%, а затем буква S. Итак, внутри моей строки здесь S, а затем у меня есть запятая вне кавычек, а затем имя переменной, значение которое я хочу вставить для этого S. А теперь обратите внимание, что технически внутри этих скобок в строке 7 есть две запятые. И все же я утверждаю, что print на данный момент принимает только два аргумента. Почему тогда здесь две запятые, но только два аргумента? Если бы там было две запятые, вы бы подумали, что аргументов было бы три, не так ли? Запятая стоит между кавычками, так что она считается запятой «Дэвидж». Малан, точно. Запятая между кавычками — это просто английская штука. Она отделяет приветствие от имени. Так вот почему на самом деле это не только в кавычках, вот почему такие программы, как Versus Code, имеют тенденцию выделять синтаксис немного по-другому. Просто чтобы он выглядел по-другому для вас. Хотя в данном случае это немного неуловимо, светло-голубой по сравнению с белым, но на самом деле он старается изо всех сил. Теперь есть еще вопросы, поэтому заполните. Да. Если бы вы хотели поставить восклицательный знак в конце, вы бы поставили запятую после своей переменной ответа, и это поставило бы ее, или вам пришлось бы добавить новую строку. Дэвидж, Малан, а хороший вопрос. Если бы я хотел добавить восклицательный знак после имени, пришлось бы мне добавлять еще один заполнитель и так далее. На самом деле я мог бы сделать это гораздо проще. Я могу просто поставить восклицательный знак сразу после знака процента. Мне не нужен дополнительный заполнитель как таковой. Если я сейчас уменьшу масштаб и снова нажму привет, привет и веду только свое имя без восклицательного знака, теперь. Вы увидите более взволнованно привет, запятая Дэвид. Так что принт это умно. Он определит, где находится S, а затем пойдет и заменит его. Теперь позвольте мне предположить, что распространенная вещь в программировании заключается в том, что как только мы принимаем решение о том, как что-то спроектировать, мы часто загоняем себя в угол и сожалеем о принятом решении. Кто-нибудь может подумать о проблеме, возникающей при использовании S в качестве заполнителя в этой строке для принтв. Что может пойти не так, если мы используем процент таким особым образом? Дэвидж, Малан, да. Если вы буквально хотите сказать по какой-то странной причине S на экране, или, честно говоря, даже всего 1%. Оказывается, что знак процента обрабатывается особым образом внутри строк-принт. Так в чем же здесь решение? Существуют различные модели решения подобных проблем. Но предположим, что вы хотели бы сказать, например, что у меня получилось на 100%. Позвольте мне пойти дальше и полностью изменить это. Таким образом, я получил 100% по вашему тесту или что-то в этом роде. Хорошо, позвольте мне пойти дальше и запустить Make Hello Enter. Хорошо, итак, неверный спецификатор конверсии. Я имею в виду, я понятия не имею, что это значит, но это подчеркивает знак процента как проблематичный. Ну, оказывается, люди много лет назад решили: тьфу, ладно, черт возьми. Мы уже использовали процент. Ну, два знака процента будут означать 1% буквально. Так что теперь, если я повторю Make Hello, Ага, здравствуйте, я получил 100%. Так что, честно говоря, будут такие вещи, о которых вам придется кого-то спросить вам придется погуглить, вам придется посмотреть это в документации. Но всегда есть решение такого рода проблем. И, к счастью, они возникают не так уж часто. Да? О, просто указываю пальцем. Еще вопросы? Да. Так что если у вас несколько переменных, Дэвидж, Малан, если у вас несколько переменных, то в порядке слева направо. Таким образом, print проанализирует первую строку текста, которую вы передадите между кавычками. И каким бы ни был первый, туда будет вставлена первая переменная, переданная после запятой. А затем вторая будет вставлена во вторую, третью и в третью и так далее. Так что это просто слева направо. Да? Это скорее уточняющий вопрос. Что именно означает S? Дэвидж, Малан, это просто заполнитель. Это называется кодом формата, и в просторечии это просто означает, вставьте сюда какое-нибудь значение. А принт, люди, написавшие принт десятилетия назад, решили относиться к процессу по-особенному. Почему? Просто потому что. Им нужен был какой-нибудь заполнитель. Они решили, что никто никогда по-настоящему не захочет печатать S. А если и захочет, то может просто набрать S. Поэтому они решили реализовать принт таким образом, чтобы у них был код, который анализирует любой поступающий текст, ищет а затем каким-то образом вставляет последующее значение в этот заполнитель и только э, э вопрос извините а что если мы захотим сделать наши инициалы или что-то в этом роде Дэвид Ш малан ах ну и что если вы захотите сделать отдельные символы например инициалы например dm или dj для имени отчества фамилии абсолютно и это тоже идеальный переход от вас двоих к тому что в общем будет называться типами данных в оси так что оказывается, все есть не только строки в виде текста. И в течение следующих двух недель мы более подробно рассмотрим, что на самом деле представляет собой струна под капотом. Но строки текста это не единственное, что могут выводить программы. Они действительно могут выводить отдельные символы, что касается инициалов. Они также могут выводить целые числа. Оказывается, что print имеет разные коды формата для самых разных типов данных. И только некоторые из типов данных, которые мы увидим в ближайшие недели, будут представлены в этом списке. Который, как вы заметите, почти идеально соответствует функциям CS50, о которых я говорил ранее. Таким как get подчеркивание char, get подчеркивание int, get подчеркивания string. Причина, по которой мы назвали эти функции так, заключается в том, что каждая из них предназначена для возврата вам ценности разного типа. Мы уже использовали get подчеркивания string в этом примере. Скоро мы увидим get подчеркивания int, и мы увидим возможности использовать другие. Но это действительно меню доступных типов данных плюс другие точка, 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 которые вы можете использовать при написании программы на C. Поэтому вы должны заранее решить, хочу ли я сохранить int в этой переменной или строку. Или черт возьми, при написании более сложного кода, изображения, звук или даже видео. Все это могут быть разные типы данных точка, точка, точка. Но сейчас мы сосредоточимся только на этих примитивах. Это было очень много. Давайте сделаем пятиминутный перерыв. Печенье пока нет. Но через пять минут мы вернемся, углубимся в детали. Во время нашего второго перерыва сегодня у нас будет печенье. Хорошо, мы вернулись. Так что если вы подыгрывали нам дома, но попали в какие-то неровности на дороге, это совершенно нормально. И действительно цели лекции в целом будут заключаться в том, чтобы дать вам концептуальное представление о том, куда мы будем двигаться в течение недели. Но именно благодаря практическим лабораторным работам и наборам задач у вас действительно будет возможность в своем собственном темпе преодолеть некоторые из тех же неровностей на дороге. Но на сегодня позвольте мне дать вам еще несколько строительных блоков. И эти два будут переведены изначально с нуля. А именно как условные выражения, как сейчас все, после того, как мы теперь знаем, как мы можем использовать функции, по крайней мере get подчеркивание string и print. И мы можем использовать переменные подобные строке, которую я создал ранее. Как я могу теперь добавить к этому такие вещи, как принятие решений условия при этом? Ну, с условными выражениями в Scratch у нас был такой синтаксис слева. Здесь в Scratch показано, как вы могли бы выразить, имеют ли две переменные x и y такую взаимосвязь. Если x меньше y, то скажите на экране, что x меньше y. Хорошо, позвольте мне перевести это прямо сейчас в код на языке C. Итак, на языке C соответствующий код будет выглядеть примерно так, предполагая, что X и Y уже существуют, подробнее об этом позже. И обратите внимание на закономерность, которую мы будем видеть снова и снова. Вокруг X будут круглые скобки и меньше, чем у. Так что напомним, круглые скобки вокруг логического выражения. Логическое выражение – это истина-ложь, ответ «да» – «нет», Вопрос, который вы пытаетесь задать, чтобы решить делать что-то или нет. Поэтому вы используете там круглые скобки. Так похоже в функциях, где мы используем круглые скобки для print и круглые скобки для get подчеркивания string. И это просто странное стилистическое несоответствие. При использовании ключевого слова if вам следует в качественной лучшей практике ставить пробел после слова if. При использовании такой функции, как printf или get подчеркивание string, вам не следует этого делать. И то и другое будет работать, но вы обнаружите, что это стилистические соглашения, которых придерживается большинство людей так что пробел при использовании здесь if. Хорошо, теперь внутри фигурных скобок находится фактический код, который вы хотите выполнить условно. Поэтому если вы хотите распечатать x меньше y, только если x на самом деле меньше y в c, вы используете эту открытую фигурную скобку, которую до сих пор вы, вероятно, редко использовали на клавиатуре, и закрытую фигурную скобку здесь. И они обнимают, если хотите, одну или несколько строк кода под если, очень похоже по духу на то, как оранжевый блок здесь обнимает фиолетовый кусочек головоломки здесь. Значит, все. Нет графики, это сплошной текст. Так что вы можете думать, что эти фигурные скобки действительно отражают одну и ту же идею. В качестве примечания, если у вас есть только одна строка кода внутри условия IF, если хотите, вам, строго говоря, фигурные скобки не нужны. Но ради хорошего стиля обязательно включите их. Это сделает более очевидным ваше намерение. Как насчет того, чтобы с нуля выразить это, два пути на дороге, по которым вы могли бы пойти, так сказать, влево или вправо. Ну, если x меньше y, я хочу сказать, что x меньше y. В противном случае я хочу сказать обратное, в данном случае x не меньше y. Поэтому я принимаю решение, основываясь на этом логическом выражении. Все это почти то же самое, но вы добавляете в микс ключевое слово else. Так что Мид позаимствовал для Scratch тоже ключевое слово там, и вторую пару фигурных скобок, открывающих и закрывающих соответственно. И теперь вы можете догадаться, что там внутри. Ну, вы распечатываете X меньше, чем y, или вы распечатываете x не меньше, чем y. Хорошо, а что, если на дороге развилка с трехсторонним движением? В Scratch это на самом деле становится немного громоздким графически, если хотите. Но обратите внимание, что в Scratch именно так мы могли бы выразить, если x меньше, y, скажем, x меньше, y. Иначе, если x больше, y, скажем, x больше, y. Иначе, если x равно, y, то скажите, что x равно, y. Здесь небольшое несоответствие. Совсем недавно я утверждал на языке C, что знак равенства представляет какую операцию? Задание. Дэвидж, Малан, задание справа налево. Поскольку скретч действительно предназначен для детей, и они на самом деле не хотели вдаваться в сорняки такого рода семантики, знак равенства в Scratch означает равенство. Однако нам нужно будет исправить это все буквально через мгновение. Все знак равенства означает присвоение справа налево. Скретч это буквально означает то, что вы ожидаете. Хорошо, давайте переведем этот код на C справа этот код действительно соответствовал бы этому. И вы, возможно, можете несколько глупо увидеть, в чем заключалось решение, мало чем отличающееся от решения процентов ранее, когда люди нарисовали себя в другом углу. Вы говорите «если», вы говорите «еще», и вы говорите «еще», и как мы уже разрешили использование одного знака равенства. В языке C, когда вы хотите выразить равенство, равна ли вещь слева вещи справа, вы буквально используете два знака равенства прямо рядом друг с другом, без пробела между ними. Но теперь этот код будет корректным как слева, так и справа, независимо от того, делаете ли вы это на или и соответственно. Но теперь мы можем придираться к нашему коду, в частности к его дизайну. По логике вещей, может ли кто-нибудь критиковать дизайн этого кода, будь то на Scratch или C? Я чувствую, что мы могли бы сделать лучше. Как насчет того, чтобы вернуться назад? Единственный вариант после того, как он станет больше или меньше, чем есть. Дэвидж, Малан, идеально. По логике вещей должно быть так, что x меньше y, или x больше y, или в заключение оно должно быть равно y. Так почему же вы тратите впустую мое время или время компьютера, задавая третий вопрос? Вам не нужно задавать этот последний вопрос, если потому что по логике вещей, как вы заметили, это должно быть само собой разумеющимся. Так что это небольшая хитрость. Вы потенциально выполняете дополнительную работу в тех случаях, когда x равно y. Так что мы можем просто уточнить это. И точно так же, как в Scratch, вы могли бы просто использовать блок else аналогично в C, не могли бы мы упростить этот код до простого else. Своего рода логического решения, которое просто учитывает реальность, что, конечно, это будет конечная ситуация. Хорошо и так, теперь у нас есть возможность выражать условные выражения с помощью логических выражений. Давайте действительно сделаем что-нибудь с этим дальше. Итак, позвольте мне вернуться к versus коду. Я закрыл файл hello. C, и я хочу создать второй файл для некоторых демонстраций прямо сейчас. Напоминаю, что вы можете создавать новые файлы, введя код пробел, а затем имя файла, который вы хотите создать. Например, я мог бы сделать Си, Я хочу написать программу, которая начнет сравнивать некоторые значения ради демонстрации. Но прежде чем я это сделаю, позвольте мне просто показать вам, открыв проводник справа, это похоже по духу на Mac или ПК. Вы можете подняться сюда и нажать на значок, а можете нажать на значок плюса, и вы получите синее поле. И я могу ввести компер. Си я могу просто вручную создать его таким образом. Обратите внимание, что вкладка открывается даже без того, чтобы я набрал код. Итак, опять же, слева у вас есть графический интерфейс пользователя, хотя и упрощенный. Справа и здесь внизу у вас есть интерфейс командной строки. Но это одно и то же. Однако, что приятно так, это то, что если я закрою этот файл случайно намеренно или еще что-то, я могу снова открыть его, не создавая нового. Просто выполнив ту же самую команду, код, пробел, сравните. C. Итак, код это вещь против кода. Это просто удобный ярлык. Но это просто создание файла или открытие существующего файла подобным образом. Я собираюсь скрыть проводник файлов, просто чтобы освободить здесь больше места для кода. И давайте сделаем это. Давайте напишем программу, которая сравнивает два значения, вводимые человеком, но на этот раз не строки. Давайте используем несколько реальных целых чисел. Хорошо, я собираюсь пойти дальше и включить заголовочный файл библиотеки CS50 вверху, CS50. H. Я собираюсь также включить Studio. H. Почему? Один из них дает мне удобный ввод через get подчеркивание string, get подчеркивание int и так далее. Один из них дает мне удобный вывод через print в случае Studio. H. Теперь я просто наберу вслепую эту строку кода, к которой мы вернемся в ближайшие недели. Но пока это аналогично коду при нажатии на зеленый флаг в Scratch. А теперь давайте продолжим и сделаем это. Позвольте мне получить подчеркивание int от пользователя и спросить пользователя, что такое x, знак вопроса. Я не собираюсь утруждать себя новой строкой. Я хочу, чтобы все это было в одной строке, просто ради эстетики. Но когда я возвращаюсь и вводю, точно так же, как я возвращаю строку, я получаю возвращаемое значение. Так что если я хочу где-то сохранить результат get подчеркивания int, мне лучше поместить его в переменную. И я могу называть переменную как угодно. Раньше я использовал answer или first или last. Теперь я собираюсь использовать x. Но здесь еще нужно сделать две вещи логически хотя технически мы этого еще не сделали. Что мне еще нужно сделать? Точка с запятой. Дэвидж. Малан. Поэтому мне нужна точка с запятой в конце. И сначала int. Дэвидж. Малан. И int в начале. Вам, программисту, начиная с сегодняшнего дня, нужно решить, что вы собираетесь хранить в своих переменных. И вам просто нужно сказать об этом компьютеру, чтобы он знал. Теперь в качестве тизера для таких языков, как Python, более современных языков, оказывается, люди поняли, боже мой, это глупо. Почему компьютер просто не может понять, что я вставляю туда int? Почему я должен сообщать об этом заранее? Так что в наши дни в некоторых языках таких как Python, избавиться от части этого синтаксиса, избавиться от точек с запятой. Но сейчас мы действительно рассматриваем истоки того, как все это работало. Хорошо, и так я сделал эту одну строку, заканчивающуюся точкой с запятой. Позвольте мне сделать еще одну. И позвольте мне получить второй ввод, спрашивающий пользователя, что такое y, вопросительный знак. Надеюсь, почти идентичные, но разные ответы от пользователя. И позвольте мне просто спросить, если x меньше чем y в скобках, затем несколько фигурных скобок. Позвольте мне продолжить и распечатать, цитирую, не цитирую. X меньше, чем у i обратная касая черта n. А теперь просто в качестве примечания, я, кажется, быстро печатаю. Отчасти это происходит потому, что Versus Code помогает мне. Позвольте мне вернуться к этой первой строке, если нажмите ввод. И теперь я наберу на клавиатуре только открытую фигурную скобку. В наши дни это функция многих текстовых редакторов. Это завершает часть вашей мысли. Почему? Просто чтобы сэкономить себе нажатие клавиши, чтобы убедиться, что вы случайно не забудете заключительное. Так что иногда вы будете замечать, что происходят вещи, которые вы не водили. Это просто код Versus или будущие программы, которые вы используете, пытаясь быть полезными для вас. Я пойду дальше и веду вручную прямо сейчас fix меньше обратной косой черты YN, закрою кавычку точкой запятой. Так что позвольте мне продолжить и попробовать запустить это, и мы посмотрим. Давайте посмотрим. Так что сделайте. Не здравствуйте, а сравните, потому что этот файл называется Компер. Си нажав Enter. Отсутствие вывода это хорошо, потому что это означает, что я ничего не напутал. Позвольте мне сравнить вместо. Здравствуйте, войдите. Что такое x? Как насчет 1? Что такое y? Как насчет 2? x меньше, чем y. Что же, давайте попробуем еще раз. И здесь я тоже сэкономлю вам несколько нажатий клавиш. Позвольте мне очистить экран. Вместо того, чтобы постоянно печатать. Это и это вы также можете использовать клавиши со стрелками на клавиатуре V versus Code для прокрутки назад во времени. Так что если я нажму один раз, это будет последняя команда, которую я написал. Если я сделаю это дважды, это будет предпоследняя команда, которую я написал. Так что иногда, если вы видите, что что я делаю что-то быстро, это просто потому, что я жульничаю и вот так просматриваю свою историю. Хорошо, позвольте мне продолжить и повторить. Сравните, видите. Давайте на этот раз поменяем местами 2 для x, 1 для y. И теперь, конечно, выхода нет. Хорошо, этого логически следовало ожидать, потому что у нас здесь больше ничего не было. Так что давайте добавим это. Иначе теперь давайте откроем мои фигурные скобки, позволив в Versus Code сделать одну из них за меня, принт в кавычки-кавычки. x не меньше, чем y обратная, косая черта n точка с запятой. Позвольте мне попробовать еще раз. Сравните, видите. Еще раз 2 для x, 1 для y. И мы должны увидеть х. Что я сделал не так? Почему я больше не вижу никаких выходных данных? Да. Вы изменили свой код при перестройке. Вам нужно его скомпилировать. Дэвид Ш. Малан. Совершенно верно. У вас должно войти в привычку после изменения кода перекомпилировать его. В противном случае нули и единицы на сервере остаются старыми до тех пор, пока вы не скомпилируете их вручную. Так что давайте исправим это. Сравним. Ведем. Никаких сообщений об ошибках. Это хорошо. Сравните 2.1. И теперь я получаю обратно выходные данные. Таким образом, x не меньше y. Как насчет того, чтобы я пошел и добавил третье условие? Что же мы можем сделать это либо эффективно, либо неэффективно? Позвольте мне продолжить и уточнить это. Так что если x больше y, давайте буквально скажем, что x больше y. И теперь я мог бы сделать x еще, если x равно y. Но я думаю, что мы уже утверждали, что это неоправданно неэффективно. Так что давайте просто подведем итог. И здесь я скажу, цитата без кавычек x равно y обратная косая черта n закроем цитату там так что я думаю что теперь с помощью этого кода мы разобрались со всеми тремя сценариями позвольте мне продолжить и перекомпилировать его должным образом сравнить сравнить а теперь 1 и 2 это меньше чем i. позвольте мне запустить его еще раз 2 и 1 x больше чем у i. и наконец 1 и 1 и x равно i так что по большей части наш код становится длиннее. У нас до 21 строки кода, хотя некоторые из них представляют собой всего лишь отдельные символы на экране. Почти все остальное остается прежним. Я использую заголовочный файл библиотеки CS50 для моей функции get подчеркивание instio, h для моей функции printf, а остальная часть этого только что стала новым синтаксисом для условных выражений. Тогда вопросы по реализации на языке C всего лишь некоторых базовых сравнений подобных этому. Есть какие-нибудь вопросы? Да? Просто синтаксический вопрос. Должны ли открывающие скобки быть на отдельной строке? Дэвид Ш. Малан. Хороший вопрос. Должны ли открывающие скобки быть на отдельной строке? В CS50 вы увидите, что в рамках процесса отправки мы сравниваем ваш код с руководством по стилю, что является нормой в отрасли. У компании должно быть свое собственное чувство стиля и то, как должен выглядеть ее код. И, как правило, в компании есть автоматизированные инструменты, которые помогают давать обратную связь по коду или стилизовать его как таковой. Существуют альтернативные стили, отличные от того, что мы используем в классе. Мы намеренно сохраняем и просим вас сохранить фигурные скобки на их собственной линии хотя бы потому, что это скорее напоминает обнимающую природу блоков Scratch. И просто дает понять, что они сбалансированы, открыты и закрыты. Однако еще одна распространенная парадигма в некоторых языках и с некоторыми программистами состоит в том, чтобы сделать что-то подобное на каждом из них. Таким образом, у вас есть открывающая фигурная скобка в той же строке, что и здесь. Мы не рекомендуем этого делать. Это вошло в моду в мире JavaScript и некоторых других. Но в конечном счете в реальном мире решение об этих вещах зависит от каждого отдельного программиста или компании, на которую он работает, если это применимо. Хорошо и так, помимо этих условий, что если мы захотим сделать что-то, возможно, довольно распространенное. Таким образом, почти в каждом программном обеспечении или веб-сайте, который вы используете в настоящее время, вы соглашаетесь с некоторыми условиями и положениями. Набрав да или нет, или просто Y для да и N для нет. Так как же мы могли бы внедрить какую-то систему соглашений? Хорошо, позвольте мне сделать это. Позвольте мне создать новую программу, третью, которая называется Agri. C. Поэтому я собираюсь написать код Agri. C просто для того, чтобы открыть себе новую вкладку. Я собираюсь начать, как всегда сейчас, включить. CS50. H. Давайте включим Studio. H. А затем позвольте мне выполнить мой ввод Main Void. Что опять же для сегодняшних целей мы примем за чистую монету, это просто копирование, вставка. И если я просто хочу получить, например, у Alien вместо да или нет, мы можем просто использовать здесь более простую переменную. Как насчет просто символа, символа одного символа чтобы я мог использовать get почеркивания char, чтобы спросить пользователя, например, согласны ли вы с вопросительным знаком. Но, как и прежде, мне нужно это где-то хранить. Поэтому мне не нужна строка, потому что это один символ. Мне не нужен int, мне просто нужен символ. И это буквально CHR. И тогда я могу называть эту вещь как угодно. Обычно, если у вас есть простая программа с одной переменной, и она имеет тип char, назовите ее c. Если это int, назовите его я. Если это строка, назовите ее s. На данный момент я просто буду упрощать и назову это c. А теперь я задам вопрос. Так что если c равно равно как насчет цитирую-не цитирую y, тогда позвольте мне продолжить и распечатать согласованную обратную косую черту n. Как если бы они согласились с моими условиями и положениями? В противном случае давайте посмотрим. Иначе, если персонаж равен равным, цитата без кавычек n, тогда позвольте мне продолжить и распечатать, скажем, не согласованно, как если бы они этого не делали. Цитата без кавычек. И давайте оставим все как есть, я думаю, здесь изначально. Сейчас вы заметите одно любопытство, возможно, одно несоответствие. Кто-нибудь хочет высказать это вслух, хотя это и несколько тонко? Я сделал кое-что совсем немного по-другому, еще не объяснив этого. Вы видите это? Одинарная кавычка. Дэвидж, Малан, да? Так что я внезапно использовал одинарные кавычки для своих одиночных символов и двойные кавычки для моих реальных строк текста. Это необходимо все. Когда вы имеете дело со строками такими, как строки текста, например, чье-то имя, предложение, абзац, что-нибудь действительно более одного символа, вы обычно используете двойные кавычки. И в самом деле вы должны это сделать. Когда имеете дело с намеренно одинарными символами, как, например, я здесь для OA или N, вы должны использовать вместо них одинарные кавычки. Почему? Потому что это гарантирует, что компьютер знает, что это действительно символ, а не строка. Поэтому двойные кавычки предназначены для строк. Одинарные кавычки предназначены для символов. С учетом сказанного позвольте мне продолжить и уменьшить масштаб. Позвольте мне продолжить в окне моего терминала, выполнить команду согласиться, войти. Кажется, все работает нормально, так что позвольте мне продолжить и сделать это. Согласен. Позвольте мне сейчас продолжить и вести Уай. Поехали. Войдите. Ха. Позвольте мне попробовать еще раз. Повтор. Согласен. Как насчет нет? Войдите. Почему он ведет себя не так, как я ожидал? Ведь вы ввели заглавные буквы UIN, Дэвидж, Малан, да, я вроде как схитрил там, и я нажал клавишу Caps Lock как раз в тот момент, когда начал вводить ввод. Почему? Потому что я намеренно хотел печатать заглавными буквами, а не строчными, что в некотором роде разумно. Немного неприятно, если вы заставляете пользователя включать или выключать клавишу Caps Lock, когда вам просто нужен простой ответ. Это не самый лучший пользовательский интерфейс или UX. Но это сработало бы, если бы я сотрудничал. Позвольте мне запустить это еще раз без Caps Lock. Y в нижнем регистре означает да. Ах, это сработало. N в нижнем регистре означает нет. Это сработало. Но как я мог заставить это работать для обоих? Ну а как насчет этого. Позвольте мне пойти дальше и просто добавить две возможности. Так что если C равно равно кавычкам, без кавычек за главной буквы Y, то также сделайте согласованную обратную косую черту printfn. И здесь внизу, иначе если C равно за главной букве N в одинарной кавычке, тогда продолжайте и распечатайте, опять же не согласовано. Это я утверждаю сейчас правильно. И я очень быстро соглашусь. Соглашусь. И я буду использовать заглавную букву. Теперь это работает. Я буду использовать заглавную букву. Это снова работает. Но это, возможно, не самый лучший дизайн. Позвольте мне скрыть окно терминала и вывести это на экран все сразу. Почему это может быть не лучшим дизайном, даже если он правильный? Есть еще один художественный термин, который мы можем использовать здесь, как будто в этом коде пахнет чем-то обалденным. Это настоящий художественный термин. Здесь пахнет кодом. Что-то немного не так пахнет. Почему? Что вы думаете? Дэвидж, Малан, да? Снова и снова один и тот же результат. Я имею в виду, что набрал его вручную. Но, честно говоря, с таким же успехом я мог бы просто скопировать и вставить большую часть своего исходного кода, чтобы делать это снова и снова для двух заглавных букв. Итак, если строки 10 и 14 совпадают, а строки 18 и 22 совпадают а затем остальные из этих, если и если почти одинаковые, то там есть какой-то запах кода. Она плохо спроектирована. Почему? Потому что если я захочу что-то изменить сейчас, как на прошлой неделе в Scratch, мне возможно придется изменить свой код в нескольких местах. Иначе копирование, вставка никогда не будет хорошей вещью. И не дай бог, я захочу добавить поддержку да и нет в виде полных слов, это действительно займет много времени. Так как же мы можем решить эту проблему? Что же, оказывается, мы можем объединить некоторые из этих мыслей. Так что позвольте мне сначала попытаться улучшить тезисы да. Оказывается, если я удалю этот пункт, я действительно Могу объединить вещи вместе. В Scratch есть пара кусочков головоломки, если вы их не обнаружили, на которых буквально есть слово или и слово, и которые позволяют комбинировать логические выражения. Так что либо это, либо это правда, либо это и это правда. В букве S вы не можете просто произнести слово или. Вместо этого вы используете две вертикальные полосы. А вертикальные полосы вместе означают или по логике вещей. И поэтому я могу сказать, что S равно кавычки, без кавычек за главной буквы Y согласен. И теперь я могу избавиться от этого кода здесь внизу. И позвольте мне продолжить и сказать, что вертикальная полоса дважды си равна кавычке, кавычки N за главными буквами. И теперь моя программа стала примерно на треть меньше, и это хорошо стало меньше избыточности. И если я снова открою окно своего терминала, повторите команду «Согласен». Согласен, теперь я могу ввести маленький UI или большой UI, и то же самое для нижнего и верхнего регистра N. У вас есть какие-нибудь вопросы по этому синтаксису, с помощью которого теперь вы можете объединять мысли и просто подтягивать вещи? И там будут и другие подобные трюки. Да? Разве нет такой функции, чтобы просто проигнорировать это дело? Дэвидж, Малан, действительно хороший вопрос. Разве нет функции, позволяющей просто игнорировать этот случай? Короткий ответ, она есть. И мы посмотрим, как это сделать на самом деле примерно через неделю. И на других языках есть еще больше способов просто канонизировать вводимые пользователям данные, отбрасывая любые пробелы, которые они могли случайно нажать. Заставляя все писать в нижнем регистре. Все с нашей стороны потребуется немного больше работы, чтобы сделать это. Но на самом деле уже на следующей неделе мы посмотрим, как мы можем это сделать. Но пока мы сравниваем действительно только эти буквальные значения. Есть еще вопросы. Поэтому мы предполагаем, что пользователь вводит то, что он предлагает. Как вы поступите, если он ведет номер? Дэвид Ш. Малан, действительно хороший вопрос. Таким образом, мы предполагаем, что с помощью этой программы и всех моих последних, что человек сотрудничает. И когда я спрашиваю его имя, он набрал Дэвид, а не 123, или в данном случае, они ввели один символ, а не полное слово. Так что это одна из частых особенностей использования библиотеки. Так, например, если я снова запускаю согласен и говорю что-то вроде конечно, войдите, она полностью отклоняет его. Почему? Потому что сюр это строка символов. Это не один символ. Сейчас я мог бы просто сказать что-то вроде x, которое конечно не является ни y, ни n, но это терпимо, потому что это один символ. Но в библиотеку CS50 встроено несколько встроенных отклонений входных данных, которые не ожидаются. Поэтому если вы используете get подчеркивания int и пользователь вводит не число 1 или 2, а как t, он просто предложит им снова, предложит им снова. И здесь тоже если бы вы сделали это вручную на C, вы в конечном итоге написали бы так много кода только для проверки всех этих ошибок. Вот почему мы используем эти обучающие колеса в течение нескольких недель просто чтобы сделать код более надежным но через несколько недель мы откажемся от этой вольности и вы увидите и поймете как она на самом деле все это делает Хорошо так, как насчет этого. Давайте теперь перейдем к чему-то немного более похожему на Scratch, буквально создав как насчет другой программы здесь, называемой мяу так мяу. Си, у нас не будет никаких звуковых возможностей для этой программы. Мы будем просто полагаться на печать. И предположим, что я хотел бы написать программу и посмотреть, что она просто имитирует мяуканье кошки. Так что мне пока не нужен никакой пользовательский ввод. Поэтому я просто буду использовать сдео. H. Я собираюсь сделать здесь свой обычный int main void. А затем я просто продолжу и сделаю обратную косую черту print мяу n. И давайте этот код мяукнет три раза как на прошлой неделе. Так что я собираюсь сделать мяу, мяу-мяу. Обратите внимание в сторону. Всякий раз, когда вы выделяете линии, вы увидите, как появляются маленькие точки. Это просто визуальный сигнал для вас, чтобы вы могли определить, сколько пробелов вы сделали с отступом. Versus Code, как и многие редакторы, автоматически сделает отступы в вашем коде за вас. Я не нажимал на пробел каждый раз по четыре раза. Я даже не нажимал на вкладку. Однако в языке C действительно принято отступать от строк там, где это уместно четырьмя пробелами, так что ни тремя, ни пятью. И эти точки помогают вам видеть вещи так, чтобы они просто выстраивались в линию в соответствии. С хорошим стилем. Хорошо и так, эта программа, которую я просто оговорю прямо сейчас, действительно будет работать. Сделайте мяу это довольно мило, а теперь мяу. Вот так три раза. Правильно, это мяу. Три раза. Но, конечно, это плохо продумано. Это было плохо продумано в Scratch на прошлой неделе. Почему? Что я должен делать по-другому? Да. Цикл? Это может быть цикл. Дэвидж, Малан, да. Это идеальная возможность для цикла. Почему бы и нет? Потому что, если бы вы хотели изменить, может быть, заглавную букву этих слов, или вы хотели бы изменить звук, например, гав для собаки или что-то в этом роде, вам пришлось бы изменить его в одном, двух, трех местах. И это просто глупо, не так ли? В коде вы в идеале должны что-то менять в одном месте. Так как же я могу это сделать? Ну, мы могли бы вести цикл, да. Но нам понадобится еще один строительный блок, который у нас был в Scratch а именно те вещи, которые называются переменными. Так что помните, что переменная такая, как алгебра x, y, z, что угодно, может хранить значение для вас. А переменная в Scratch могла бы выглядеть примерно так. Вы используете этот оранжевый кусочек головоломки, чтобы задать переменную с любым именем, а не только x, y или z. Но вы могли бы назвать ее как-то более описательно, например, счетчик, и вы можете установить ее равной некоторому значению. В языке C способ сделать это похож по духу на некоторые из синтаксисов, которые мы видели до сих пор. Вы начинаете с того, что произносите имя нужной вам переменной, один знак равенства, а затем значение. Вы хотите инициализировать ее тоже, копируя ее справа налево. Почему? Потому что знак равенства обозначает, опять же, присвоение справа налево. Однако этого недостаточно. Возможно, у вас уже есть интуиция. Чего, вероятно, не хватает в этой строке кода только для создания переменной. int davidge malan. Итак, нам нужен int, чтобы убедиться, что компьютер знает, что это действительно int. И, наконец, точка с запятой. И это завершает мысль. Так что это немного раздражает больше, чем царапины, но мы начинаем видеть здесь закономерности. Так что не каждый фрагмент синт таксиса будет новым. Хорошо, если вы хотите увеличить счетчик на единицу, Scratch использует глагол ⁇ изменить ⁇ и они означают добавить значение к счетчику. Так что, если я хочу увеличить существующую переменную называемую каунта, этот синтаксис немного интереснее. Оказывается, код выглядит примерно так, что кажется почти парадоксом. Как счетчик может быть равен счетчику плюс один. Математика работает не так. Но опять же один знак равенства это присвоение справа налево. Таким образом, это означает, что возьмите любое значение счетчика, добавьте к нему один и скопируйте это значение справа налево в сам счетчик. Вам все еще нужна точка за. Запятой но я утверждаю, что вам не нужно упоминать ключевое слово int при обновлении существующей переменной. Поэтому только когда вы создаете переменную в C, вы используете слово string или слово int. Или любое другое, которое мы в конечном итоге увидим, только при ее создании или инициализации в первый раз. После этого, если вы захотите его изменить, он просто существует. Это то слово, которое вы ему дали. Компьютер достаточно умен, чтобы хотя бы запомнить, какого он типа. Так что эта строка теперь завершена. Оказывается, в коде, как мы увидим, довольно часто возникает желание сложить что-то вместе, увеличить на единицу. Так что на самом деле для одной и той же идеи существует разный синтаксис. Термин «искусство» здесь синтаксический сахар. Часто в коде есть много способов сделать одно и то же, хотя в конце концов они выполняют точно такую же функциональность. Так, например, если после нескольких дней работы с CS50 вам покажется немного утомительным продолжать вводить текст в какой-либо программе, вы можете упростить ее до этого. Это синтаксический сахар. Вы можете использовать плюс равно и упоминать имя переменной только один раз слева, и он просто знает, что это означает предыдущее. Это просто немного более лаконично. Это тоже такая распространенная вещь добавлять один к значению. И это не обязательно должно быть один. Но в данном случае это так. Но если это действительно один, вы можете еще больше ужесточить код чтобы сделать это просто так, каунта плюс-плюс. Так что в любой момент, когда все вы видите плюс, это означает буквально добавление 1 к этой конкретной переменной. Есть и другие способы сделать это в другом направлении. Если вы хотите вычесть один из переменной, вы можете использовать любой из предыдущих синтаксисов, используя знак минус вместо плюса, или вы можете более кратко сделать счетчик. Именно так поступил бы типичный программист на языке C. Хорошо и так, если у нас нет переменных, Давайте решим проблему мяукания с помощью цикла. Итак, в Scratch мы видели такие циклы. При этом кошка, конечно же, мяукнула три раза. Как нам это сделать в C? Вот тут-то все становится немного сложнее с точки зрения кода. Но если вы поймете каждую строчку, мы будем логически следовать тому, что происходит. Итак, вот я утверждаю один из способов реализации цикла, который повторяется три раза в C. И это немного смешно, не так ли? Мы перешли от двух таких супер простых кусочков головоломки К, боже мой, это 1, 2, 3, 4, 5, 6 строки кода, все из которых довольно сложны. Так что ситуация быстро обострилась. Но что делает каждая строка? И мы рассмотрим другие способы сделать это проще. Поэтому мы инициализируем переменную каунта значением 3, как и раньше. Почему? Хорошо, что значит зациклить или повторить что-то три раза? Ну, это все равно, что сделать что-то три раза, а затем сделать это, а затем отчитать, а затем сделать это, а затем отчитать. А затем сделать это, пока у вас не закончится количество отчетов. Итак, это объявление переменной, называемой count, и установка ее равной трем. Затем я запускаю цикл на языке C, который по духу похож на повторение 3, но вам придется больше вычислять самостоятельно. Поэтому я задаю вопрос в скобках, пока количество больше 0. Что я хочу делать? Ну, согласно отступу внутри фигурных скобок, я хочу мяукнуть один раз. А затем, чтобы внести ясность, что делает эта последняя строка кода. Если счетчик начинается с трех, это дает два, вычитая из него один. Что тогда происходит? По природе цикла, как и в Scratch, он знает, что нужно двигаться вперед и назад. Несмотря на то, что в Scratch есть хорошая симпатичная стрелка, а здесь ее нет. Си знает, что нужно делать это снова и снова и снова, постоянно задавая этот вопрос, а затем обновляя это значение в конце. Итак, если я выделю лишь несколько из этих шагов, переменная начнется с трех. И на самом деле, позвольте мне упростить два. Я утверждал ранее, что при использовании отдельных переменных, люди очень часто называют это просто i для int, или си для символа, или s для строки. Если у вас нет нескольких переменных. Так что позвольте мне ужесточить код. И это это уже делает его немного более сносным. Позвольте мне на самом деле подтянуть его еще больше, добавить еще один шаг. Так что теперь это примерно настолько сжато, насколько вы можете сделать этот код на данный момент. Так что же здесь на самом деле произойдет? Ну что же, выполняется первая строка кода, которая инициализирует i до 3. Затем мы проверяем условия. Хотя i больше 0, больше ли я 0? Ну, очевидно, на мои три пальца. Итак, мы распечатываем мяуканье на экране. Затем мы вычитаем один из i, и в этот момент у нас получается 2 в качестве значения i. Затем код возвращается к условию. И обратите внимание, условие там заключено в скобке. Это еще одно логическое выражение. Таким образом, циклы могут использовать логические выражения, точно так же, как условные выражения используют логические выражения для принятия решений. Однако цикл решает не то, делать ли это или это, а делать ли то же самое снова и снова и снова. И по мере того, как он просматривает код одну строку за другой, в конечном счете он снизится до 1, а затем до 0 а затем остановится. Давайте по-другому, пришли с некоторыми реквизитами здесь, и так предположим, что этот шар здесь, ваша переменная, и вы инициализируете его значением 3. С помощью трех шаров стресса вы можете сделать что-то три раза верно? Если я хочу раздать три шарика для снятия стресса, вот ваш шанс получить бесплатные шарики для снятия стресса без необходимости отвечать на какие-либо вопросы. Хорошо, поехали. Итак, начинаем. Вычитаем один из моей переменной. У меня осталось два. О боже мой, хорошо не говорите Сандерсу. О, мне жаль. О, -о, О, хорошо, это плохо закончилось. Приношу свои извинения. Хорошо. Но теперь воспитательный момент, однако, заключается в том, что моя переменная была уменьшена еще больше, чтобы просто иметь. Я больше не буду заходить так далеко. Я не могу этого сделать. Поехали. Хорошо, поехали. И еще одно заключительное вычитание. И теперь наша переменная остается пустой. Таким образом, у нас там было три шарика стресса, и это все, что представляет собой переменная. Это своего рода хранилище. На самом деле, это, конечно, реализовано в памяти компьютера. Но образно говоря, на самом деле это просто чаша с какими-то ценностями. И каждый раз, когда вы или в данном случае вы читаете, вы просто меняете значение этой переменной. А затем код тем временем, конечно, в скобках, просто проверяет, пуста ли чаша. Пуста ли чаша? Пуста ли чаша? Он же я больше ноля или нет? Есть какие-нибудь вопросы о том, как мы реализовали циклы таким образом? И я должен вам стресс бал после урока. Вопросы по циклам? Хорошо, оказывается, это довольно некрасиво и это действительно начинает отнимать удовольствие от программирования, когда вам приходится выписывать эту последовательность шагов. Оказывается, есть и другие способы сделать это. Но сначала давайте посмотрим логически, как еще вы могли бы это выразить, потому что немного странно, что мы продолжаем использовать ноль. Так что еще один способ сделать это – инвертировать логику. Вы могли бы абсолютно начать с вашей переменной, назовите ее i равной одному. А затем вы могли бы задать вопрос «я меньше или равен трем?» И обратите внимание на немного новый синтаксис здесь. На вашей обычной клавиатуре есть число меньше меньше или со знаком равенства или больше или со знаком равенства, как вы бы написали на уроке математики с одного на другим. И поэтому все вы используете два символа, меньше чем за которым следует знак равенства, или если это уместно больше чем за которым следует знак равенства. И это логически отражает эту идею. Так что обратите внимание, что я меняю свои вопросы. Я инициализирую i значением 1, а затем собираюсь увеличить его в конечном счете до 2, а затем до 3. Но поскольку я делаю меньше или равно, оно все равно будет идти от 1, 2, 3. Так что это тоже работает. Мы могли бы аналогичным образом сделать это еще одним способом. Мы могли бы инициализировать i равным 0, а затем сказать, что i меньше 3, и продолжать увеличивать его. И я показал, что эта последняя форма на самом деле наиболее каноническая. Возможно, было бы наиболее по-человечески мыслить в терминах от 1 до 3. Возможно, было бы наиболее по-стрессовому думать в терминах от 3 до 0, ведя обратный отчет. Но, как правило, синтаксис перехода для большинства программистов, как только вы освоитесь с отчетом от 0, состоит в том, чтобы всегда начинать отчет с 0 и считать до меньшего значения, до которого вы рассчитываете. Так почему же было бы неправильно изменить это значение здесь на меньше или равное 3? Что происходит? произойдет, если я изменю значение меньше на меньше или равное. Оно мяукнет только дважды. Дэвидж, Малан, да, оно мяукнет еще раз, фактически в четвертый раз. Всего верно? Потому что вы начнете с 0. Затем с одного, затем с двух, затем с трех. И меньше или равно трем, извините, три даст вам четвертый раз. Так что мы действительно хотим, чтобы их было всего на единицу меньше. Хорошо, теперь, когда у нас есть эти варианты, позвольте мне просто дать вам еще один. И к этому тоже нужно немного больше привыкнуть. Но это, вероятно, более распространенный способ написания этого. Позвольте мне продолжить и предложить реализовать это следующим образом. Позвольте мне вернуться к моему коду здесь. Позвольте мне просмотреть несколько моих файлов печати в конечном счете избавившись от всех из них, кроме одного. И давайте реализуем это в коде. Итак, давайте сделаем int, я получу 0, как насчет того, чтобы тогда, когда и меньше 3, давайте продолжим и скажем print цитата, без кавычек мяу-мяу. Мяу обратная косая черта n. И тогда мы должны сделать я минус-минус или плюс-плюс. Плюс-плюс, Дэвидж, Малан. Итак, плюс-плюс, потому что мы начинаем с ноля и поднимаемся до трех, но не до трех. Так что позвольте мне продолжить и сделать мяу после очистки моего терминала. Мяу, и это все так же правильно. Но это немного больше. Это немного лучше продумано. Почему? Потому что теперь если я захочу изменить его, например, от 3 до 30 раз, я могу изменить его там. Я могу перекомпилировать свой код. Я могу сделать. Мяу и готово. Мне не нужно копировать и вставлять его еще 27 раз, чтобы получить такой эффект. И я даже могу изменить значение слова, изменив его всего в одном месте. Но, оказывается, есть и другие способы сделать это. И позвольте мне предложить познакомить вас также с тем, что называется циклом FOR. Так что если вы хотите повторить что-то три раза, вы можете воспользоваться подходом цикла WHILE, который мы только что видели, или вы можете сделать это. И к этому нужно немного больше привыкнуть, но это как бы объединяет в одну линию всю ту же логику. Обратите внимание, у нас есть ключевое слово для этого. А для это просто предлог в данном случае, который обычно подразумевает, что здесь начинается цикл. Внутри круглых скобок здесь не просто логическое выражение. И вот тут-то все становится немного странно. Есть три вещи, слева от точки с запятой, посередине двух точек с запятой и справа от точки с запятой. Это действительно единственный другой контекст, в котором мы увидим точки с запятой, и это странно. Обычно это было в конце строки. Теперь их двое в середине очереди, но именно так люди решили поступить много лет назад. Так что же это значит? Почти то же самое. Он собирается инициализировать переменную с именем i равным 0. Затем он проверит. Если она меньше трех, он сделает все, что заключено в фигурные скобки, и, наконец, увеличит, а и повторит. Поэтому просто выделите их по очереди. Сначала а инициализируется значением 0, как и раньше. Затем это условие проверяется. Это логическое выражение. Да или нет, истина или ложь будут его ответом. И если а меньше 3, а так и должно быть, раз оно начинается с 0, то мы собираемся продолжить и распечатать мяу. Тогда я буду увеличен. Так что все начинается с 0. Теперь оно идет к одному. В этот момент логическое выражение проверяется еще раз. Чтобы вы не меняли значение а обратно на 0. Этот первый шаг выполняется только один раз. Но теперь вы повторяете эти три друга основных момента. Я проверяю, меньше ли мне 3. Это так. Поэтому я распечатываю мяу. Затем оно увеличивает ай. Я проверяю, меньше ли ай. Сейчас 2, чем 3. Это так. Я распечатываю мяу. Ай увеличивается. Я сейчас проверяю. Мне меньше 3? Нет, это не так, потому что 3 это не меньше 3. И поэтому все это прекращается. И любой код, находящийся под этой фигурной скобкой, если таковой имеется, начинает выполняться вместо этого. Точно так же, как в Scratch, вы вырываетесь из цикла и кусочки головоломки обнимаются. Тогда вопросы по поводу этого альтернативного синтаксиса для циклов, он же цикл for, не могли бы вы еще раз объяснить, почему он не возвращается к нулю? Дэвидж, Малан. Извините, повторите еще раз. Не могли бы вы еще раз объяснить, почему он не сбрасывается до ноля? Дэвидж, Малан, да. Могу ли я еще раз объяснить, почему он не сбрасывается до нуля? Честно говоря, просто потому что они выбрали именно такой синтаксис. Это первая часть перед первой точкой запятой выполняется только один раз, просто потому что так оно и задумано. Все остальное повторяется снова и снова. И это всего лишь альтернативный синтаксис использованию чуть большего количества строк-кода. Это было 6 строк-кода с использованием цикла While. По логике вещей это одно и то же. Тоже. Программисты, как только они чувствуют себя более комфортно, как правило, предпочитают это, потому что оно просто более лаконично выражает все ваши те же мысли. Вот и все. Да, это был мой вопрос. Дэвидж, Малан, хорошо. Так что давайте просто применим это к моему примеру с мяуканьем. Позвольте мне вернуться к коду здесь. И обратите внимание: действительно, если я выделю все эти строки, я думаю, мы сможем это исправить. Позвольте мне избавиться от всего этого и вместо этого сделать для интай равным 0. И я говорю равно: большинство программистов сказали бы получает. Так что интай получает 0, означает назначение слова GET. Теперь я собираюсь. Я собираюсь сделать i меньше, чем 3i++. Теперь здесь я собираюсь сделать свою обратную косую черту print в кавычках, без кавычек мяу n. И поэтому она действительно немного жестче. Я имею в виду, что две строки это просто фигурные скобки. На самом деле сейчас всего две пикантные строки кода. Позвольте мне продолжить и сделать мяу. Мяу. И опять же мы вернулись к бизнесу, когда печатаем только три из них. Хорошо, есть еще одна последняя структура, которую мы должны изучить просто потому, что иногда это полезно. Это был вечный блок. И это было бы немного странно в Scratch, просто сказать мяу навсегда или, по крайней мере, не дожидаясь. Но в Scratch действительно есть блок навсегда, что означает навсегда. И я предложил, я думаю, устно на прошлой неделе, по крайней мере, один пример, где это полезно. Вечно мяукающий немного раздражает. Но можете ли вы вспомнить распространенные случаи, когда вам может понадобиться написать код или использовать программу, которая вечно зацикливается? Да. Воспроизведение музыки на протяжении всей игры. Дэвидж, Малан, да, воспроизведение музыки, как и плейлисты Spotify, простое повторение снова и снова было бы своего рода циклом. Проверяю, нет ли столкновений. Дэвидж, Малан, проверяю наличие столкновений в Scratch, чтобы посмотреть, не отскакивает ли что-то от стены или другого спрайта. Да. О, проверяю входные данные. Дэвидж, Малан, проверяю входные данные. Так что да, get подчеркивания стринг, по сути, просто вечно ждет, пока я веду какие-то входные данные, пока я это не сделаю. Проверяю время. Дэвидж, Малан. Проверяю время и фактически поддерживаю человеческое время, как настенные часы. У вас за спиной это одно и то же. Я собирался сказать, проверяю время. David Малан, хорошо, проверяю время. И еще одно. Я тоже обнаружил нажатие клавиши. Как в Scratch, просто жду, когда произойдет какое-то событие, точно так же, как в телефоне или браузере. И поэтому есть так много примеров, когда вам возможно захочется делать что-то вечно, просто чтобы вы видели соответствующий строительный блок языка C. Это немного странно, но это, вероятно, самый канонический способ сделать это на языке C. Если вы хотите напечатать мяу навсегда, что было бы немного безумно, потому что это буквально напечатало бы и заняло бы место вашего компьютера, печатающего мяу навсегда. Вы обычно делаете это так. Почему? Ну, цикл вайл ожидает в скобках логическое выражение, а логическое выражение это опять же да, нет, истинный ложный вопрос. Но если вы хотите, чтобы ответ на этот вопрос всегда был да, или действительно всегда был правдой, оказывается, все и на многих языках просто скажут истина. Потому что истина ТРЮИ никогда волшебным образом не изменится на ложь. Я имею в виду, что это просто специальное слово в языке программирования. Поэтому говоря пока это правда, это просто означает делать следующее вечно. Еще одна распространенная парадигма до того, как истина и ложь стали обычным явлением, состояла бы в том, чтобы сделать это вместо этого, изменить пока один. Вы можете видеть в онлайн примерах, текстах и тому подобном, в то время как один это действительно одно и то же. Любое значение значение, равное 0, обычно интерпретируется компьютером как ложное. Любое значение, равное 1 или любому другому ненулевому значению, обычно интерпретируется как истинное. И поэтому это тоже имело бы тот же эффект, если сказать while true или while 1. Вообще говоря, while true в наши дни, возможно, немного яснее. Так вот, вечно мяукать это нехорошо. Но предположим, что я сделал это намеренно или случайно. Что же, давайте попробуем вот это. Итак, здесь я войду в свой код. Я собираюсь избавиться от цикла for и изменить цикл while на как насчет true. И в данном случае мы сохраним его, давайте сделаем это сделайте мяуканье «Войдите», и вы увидите это, использование необъявленного идентификатора верно. Это фактически намекает на мое упоминание о том, что по-старому было 0.1. В наши дни вы можете сказать правда или ложь, но правда и ложь сами по себе являются особыми словами, которые вы должны включить. И оказывается, если вы хотите использовать специальные логические значения, подобные этому, есть еще один заголовочный файл, который мы не видели, называется STBULL, который по сути создает истинный ложь в качестве ключевых слов. В качестве альтернативы CS50 включает в себя тот же самый файл. Так что в CS50 чаще всего это выглядит так. Теперь если я очищу окно терминала и сделаю мяу, а затем мяу и нажму ввод. Что же, к сожалению, это не лучшее, что можно делать бесконечно, когда вы находитесь в облаке с помощью браузера. Это действительно браузер, только здесь полный экран. Это означает, что я отправляю миллионы мяуканей через интернет на свой компьютер здесь. Так что в какой-то момент это случится и с вами, возможно, не с мяуканием. Но вы потеряете контроль над окном вашего терминала. Почему? Потому что вы облажались. И у вас бесконечный цикл. На самом деле вы этого не хотели. А может быть и хотели. Вам было любопытно посмотреть, что произойдет. Что вы делаете, когда мяуканье прекратится? Какие средства правовой защиты? У нас здесь есть. Что же Ctrl-C будет вашим другом? Иногда вам приходится много раз нажимать на него в облачной среде, но Ctrl-C для отмены прервет запущенную программу. И я обещаю, что почти все из вас в какой-то момент случайно введут бесконечный цикл, потому что ваша математика немного не в порядке. Если вы сомневаетесь, щелкните в окне терминала и нажмите Ctrl-C иногда несколько раз и это действительно отменит все, что там происходит. В данном случае я, возможно, так и предполагал. Но иногда на самом деле это не так. Хорошо и так, мы уже некоторое время воспринимаем как должное весь этот графический пользовательский интерфейс. И действительно, команды, которые я набираю, и кнопки, на которые я нажимаю. И позвольте мне просто дать вам лучшее представление о том, что мы все это время используем под капотом, а именно операционную систему под названием Linux. Поэтому я продолжаю устно ссылаться, конечно, на компьютеры Mac и ПК. Потому что в настоящее время почти все мы используем MacOS или Windows на наших настольных компьютерах или ноутбуках. Но существует множество других операционных систем, и одна из самых популярных называется Linux. И в настоящее время Linux очень часто используется на серверах, компаниях, которые размещают электронную почту, компаниях, которые размещают веб-сайты или приложения в более общем плане. Некоторые ученые-компьютерщики или студенты, изучающие информатику, часто любят хвастаться, что они используют Linux просто потому, что это так. Но на самом деле это просто альтернатива MacOS или Windows, которая предоставляет вам как графический интерфейс, если вы этого хотите, так и среду командной строки. Забавный факт, в Windows и MacOS действительно есть окна терминалов или их эквивалент. И в конце концов, вы можете использовать его на своем собственном Mac или ПК для решения какой-то проблемы. Но Linux действительно известен наряду с другими операционными системами. Своей средой командной строки, которую опять же я ранее отличал от GUI как интерфейса командной строки или CLI. И это относится действительно к окну терминала. Итак, если я вернусь к Versus коду здесь, и позвольте по сути, закрыть свою вкладку и полностью сосредоточиться на окне терминала. Это окно терминала на самом деле является просто интерфейсом командной строки для вашего собственного сервера в облаке. Термин искусство здесь заключается в том, что у каждого из вас будет свой собственный контейнер в облаке, который похож на ваш собственный компьютер, работающий где-то в интернете, с вашим собственным именем пользователя и паролем, к которым у вас есть доступ, и ваш собственный жесткий диск, если хотите. Ваша собственная домашняя папка, в которой есть все, сэр, ваше досье для класса. И она доступна вам только в том случае, если вы не включите прямой доступ к к ней. Поэтому, когда вы набираете здесь команды, похоже, что вы набираете их, конечно же, на своем собственном Mac или ПК. Но на самом деле они отправляются через браузер на какой-то сервер в облаке, где вы действительно контролируете свою собственную учетную запись. Так что получается, что есть и другие команды, которые стоит знать. И сегодня мы приведем вам лишь некоторые из них. И в ближайшие недели у вас будет возможность поиграть и с другими. Но это лишь некоторые из основ. И все они невероятно лаконичны, потому что действительно для вещей, которые вы вводите в командной строке, люди, как правило, не хотели вводить длинные команды. Так что многие из них здесь являются сокращениями. Пожалуй, самое распространенное, с чего я начну, это ls, строчная буква l и строчная буква s, что вкратце означает список. Так что если я сейчас зайду в окно своего терминала, где до сих пор я набирал только код. Что для Versus кода, пожалуй, самое распространенное с чего я начну это LS, строчная буква L и строчная буква S, что вкратце означает список SR, который запускает компиляцию моего кода. Здесь будут перечислены все файлы в моей текущей папке, мой жесткий диск в облаке, если хотите. Так что если я нажму вот, вы увидите целую кучу результатов. Теперь они тоже имеют цветовую маркировку. Белые здесь заканчиваются на C это файлы исходного кода которые я написал сегодня во время урока, согласитесь. Си сравните. Си здравствуйте. Си и мяу. Си. И вы, возможно, можете догадаться, что эти зеленые, которые просто по соглашению имеют звездочку на конце, чтобы обозначить, что они особенные, представляют собой что? Один из четырех других. Да, машинный код. Дэвидж. Малан, да, машинный код. Итак, это мои настоящие программы, которые имеют идентичные имена за вычетом расширения. Си. А звездочка означает, что они исполняемые. То есть в мире macOS или Windows вы должны дважды щелкнуть мышью. Но в мире команды строке это означает что вы это делаете а затем ими без звездочки для выполнения или запуска содержащегося в нем кода итак если я открою свой проводник файлов и я нажму команду B на своем компьютере здесь просто в качестве сочетания клавиш, вы увидите то же самое. Итак, LS это интерфейс командной строки для перечисления файлов в вашей учетной записи. Но здесь, поскольку я использую Versus Code или любую подобную программу, я также получаю графический пользовательский интерфейс. Так что это просто два разных места. Вы можете использовать все, что вам удобно. Но со временем вы, естественно, станете более удобными и способными работать только с окном терминала. Хорошо, что еще есть в этом списке. Ну, во время перерыва я увидел, что, по крайней мере, один один из вас, например, создал файл с именем hello вместо hello. C. Таким образом вы оказались в ситуации, когда сделали это случайно и нажали Enter. А затем вы пошли дальше и ввели весь свой код вот так. А затем в окне вашего терминала вы пытались сделать привет вот. И это на самом деле ничего не дало. Я не могу. Я нажимаю. Я пытаюсь выполнить команду. Мне отказали в разрешении, как это сделал по крайней мере один из вас. Скажите же, почему это так? Хорошо, давайте просто быстро проверим. Если я сделаю LS, то теперь я увижу Hello, но рядом с Hello нет звездочки. А это значит, что он не исполняется. Это мой код. Почему? Обратите внимание, что верхняя часть моей вкладки подтверждает. О, я облажался. Я не назвал свой файл Hello. Си, как это и должно быть. Так что же вам делать? Ну, вы могли бы очень хитро скопировать это, создать новый файл, вставить его. Или нет, нет, нет. Мы знаем, как переименовывать вещи прямо сейчас потому что это один из наших вариантов. Позвольте мне сделать это. Позвольте мне сделать mv для move, hello, а затем hello. C и нажмите Enter. Вы увидите, что вкладка закроется, потому что hello больше не существует. Но если я сейчас наберу ls, вы увидите, что там есть hello. C. И если я открою этот файл сейчас, фух, там будет все тот же мой код. И теперь если я сделаю hello, сделаю hello, теперь я получу исполняемый файл, в котором будет восстановлен весь мир. Так что mv это просто команда не только для переименования, но и, как выясняется, в конечном счете для перемещения файлов. Вы также можете создавать каталоги или папки. Так, например, если я снова зайду в Versus Code, и предположим, что я наведу курсор сюда, и нажму не на значок файла плюс, а на папку плюс. Я могу создать папку, называемую, например, set1 для набора задач 1 в классе. И сейчас вы увидите, что она пуста, потому что все остальные мои файлы находятся в папке по умолчанию моей учетной записи. Но я мог бы зайти туда и так. И я мог бы нажать на файл, и теперь я могу создать новый файл с именем Mario. C, что, например, является одной из первых проблем. Но теперь вы заметите, что Mario. C находится внутри папки set1. Так что если я уменьшу масштаб и наберу LS в окне терминала, я нигде не увижу Mario. C но я вижу папку Set1. И она выделена светло-голубым цветом, за которым следует косая черта, которую вам не нужно вводить. Это просто указывает на то, что это папка. Теперь я могу визуально в левом верхнем углу явно видеть, что Pvet1 содержит Mario. C. Но если я попытаюсь сделать что-то вроде Make Mario здесь, нет правила, чтобы сделать Сиоргат Mario. Похоже, его просто не существует. И это потому, что вы попали не в тот каталог. Итак, в интерфейсе командной строки это не так просто, как просто щелкнуть по папке и вуаля, она откроется. Вам нужно перейти в каталог или папку. И CD будет там командой. Так что если я действительно захочу перейти в этот каталог, я могу сделать CD пробел. Set 1, Enter. И теперь вы увидите мои быстрые изменения. И это всего лишь распространенное соглашение, но оно не единственное. Теперь у меня все еще есть знак доллара, который указывает, где я могу вводить команды. Но перед ним я постоянно вижу напоминание о том, в какой папке я нахожусь. И мы поместили это туда намеренно, как это делают многие пользователи Linux, просто чтобы напомнить себе, где они находятся. Потому что в отличие от macOS или Windows, где у вас есть красивое большое окно, сообщающее вам, где вы находитесь, в командной строке, вам нужно напоминать текстово. Но теперь, если я наберу ls и нажму Enter, что я должен увидеть? Марио. Си Дэвидж. Малан. Да, Марио. Си. И теперь, если я захочу открыть его, если я захочу его скомпилировать, я могу запустить Make Mario в этом каталоге, как только я действительно веду весь код. Будьте уверены, что в заданиях задачи лабораторных работах мы почти всегда, конечно, в первые недели занятий будем давать вам именно те команды, которые нужно вводить. Скорее всего, поскольку это ново для многих из вас, вы случайно наберете неправильные команды. Ничего страшного. Просто помните, что у вас есть разные способы решения этих проблем. У вас есть графический проводник файлов, который должен казаться немного более знакомым. Но со временем вы начнете понимать и, честно говоря, вероятно, Вероятно, предпочтете такие команды, как эти. Так что CD для изменения каталога, CP для копирования файла, LS для списка, Mgdwire для создания каталога. Создайте новую папку в командной строке, а не с помощью кнопки mv для перемещения или переименования, rm для удаления. Davidch Malan удалить. Так что будьте осторожны с этим. Rmdwire удалите каталог. И есть десятки сотни других команд. Вам не понадобится много из них, но со временем мы начнем все больше царапать поверхность. Но в конечном счете этот интерфейс командной строки станет более мощным механизмом, более способным механизмом и в конечном счете более эффективным механизмом для написания кода. Выполнение команд. Решение проблем. Анализа данных. В целом, даже если вы знаете, что на раннем этапе у вас будут некоторые проблемы с ростом, просто потому, что это, вероятно, так ново для многих из вас. С учетом сказанного, нам еще предстоит решить некоторые проблемы, но сегодня мы обещали печенье. Так что давайте сделаем 10-минутный перерыв. Печенье сейчас подают в трансепте. И мы вернемся сюда через 10 минут. Хорошо, мы вернулись. И до сих пор каждый из примеров кода на языке C, который мы сделали, был разработан, чтобы показать одну конкретную тему. Но мы подумали, что попробуем сделать шаг назад и решить более общую проблему. И дать вам представление о том, когда, например, задан набор задач или просто проблема программирования в более общем плане, с чего вы даже начинаете И как вы подходите к этому, когда не очевидно, в чем смысл упражнения. Итак одна из моих любимых игр прошлых лет, это вот это братья Супер Марио, которая с тех пор приняла так много разных форм. Но в этой оригинальной двумерной игре с боковым скроллером было много подобных иллюстраций. Так, например, здесь в небе были четыре вопросительных знака. И мы обнаружим, что на языке C и многих других языках программирования. Изначально намного проще, намного доступнее сосредоточиться действительно на черно-белых интерактивных программах текстового типа, в отличие от них. К полноценной графике и тому подобному, но в скором времени больше внимания уделим программам более графического, акустического типа. Но сейчас позвольте мне подойти и предложить, чтобы мы попытались просто реализовать в эски-арт, эски опять же является кодом, который преобразует цифры в буквы. По крайней мере для английского языка, текстовую версию этих вопросительных знаков в небе. Для этого позвольте мне перейти к Versus Code. Я создам свою собственную версию Mario C, которая будет отличаться от той, с которой вам предстоит столкнуться в наборе задач 1. Действительно, в задаче 1 вам будет предложено создать что-то вроде этого, хотя и с хэштегами для эски графики вместо графики. И в Mario C я хочу сначала решить эту простую проблему. Так что все это связано с выводом данных. Поэтому я включу файл H, чтобы я мог использовать принт. Я сделаю свой int main void подробнее о том, почему мы продолжаем это делать в ближайшие недели. И я просто собираюсь сначала сделать что-нибудь простое, например, 1, 2, 3, 4, обратная косая черта N. Это примерно самый простой способ, которым я могу реализовать 4 вопросительных знака в небе, подобных этим, используя чистый текст подобный этому. Так что позвольте мне пойти дальше и сделать Марио. Марио, вуаля! У нас есть эти четыре вопросительных знака. Но мы, конечно, видели, что есть лучшие способы сделать это. И если бы вы хотели обобщить это до 5 вопросительных знаков. 660 различных вопросительных знаков, цикл всегда был ответом на то, чтобы не повторяться. Так что, может быть, мне следует переписать это немного более гибко и сказать что-то вроде этого, потому что в случае, если я получаю 0, я меньше 4, я плюс. А затем внутри цикла for теперь я могу просто поставить один вопросительный знак, но я не думаю, что то, что я только что сделал правильно. Кто-нибудь уже заметил эстетическую ошибку? Да, почему это неправильно, если я хочу напечатать то же самое? Да. Обратная косая черта. N. Вы сказали использовать ее в Дэвидж, Малан, да? Так что я не думаю, что мне нужна обратная косая черта N после каждого вопросительного знака, потому что цель опять же в этом ряду вопросительных знаков в небе. Так что если я сейчас перекомпилирую это, сделаю Марио. Марио, окей, это почти то, что нужно. Но теперь у меня есть регрессия туда, где знак доллара не находится на своей собственной линии. Так что я думаю, что мне нужна новая линия, но я не думаю, что хочу ее здесь, потому что это плохо кончится. Куда я хочу попасть вместо этого? Есть какие-нибудь предчувствия? Да? Да, так что выходите за круг. Действительно, я могу просто спуститься ниже строки 8 и выше строки 9, создав новую. И теперь совершенно нормально просто напечатать новую строку вот так. Вам не нужно больше ничего печатать с ее помощью. Это действительно самостоятельный персонаж. Так что давайте сделаем Марио в последний раз. Марио, окей, теперь мы снова в деле. Хорошо, а что если мы захотим снять какую-нибудь другую сцену из Марио? Например вот эту, где много вертикальных препятствий, таких как эти кирпичи здесь. Если бы я хотел распечатать сейчас колонку из трех кирпичей, и я буду использовать для них хэштеги вместо чего-либо биографического что же я думаю мы почти на месте не так ли я думаю что теперь я могу это сделать это почти может быть немного проще я могу вернуться сюда изменить знак вопроса на что-то что больше похоже на кирпич как этот символ хэша и я думаю что теперь мне действительно нужен персонаж новой строки потому что когда я сейчас сделаю марио марио окей вот моя стена из четырех человек о но подождите я не хотел четырех я хотел быть последовательным только в этой конкретной сцене поэтому я хочу только трех чтобы я все еще мог изменить это в одном месте и здесь опять же та же парадигма даже если вы используете 4 или 3, если у вас войдет в привычку начинать отчет с нуля, вы продолжите, да, но не до того значения, до которого хотите досчитать. Так вот почему я использую меньше, чем вместо меньше или равно там. Так что это была бы общая парадигма, хотя вы могли бы считать это, как мы видели ранее, по-разному. Но что если ситуация обострится еще на один уровень, и когда вы находитесь в подземной версии братьев Супер Марио, там много этих подземных препятствий, в том числе сетки из кирпичей, подобных этой. И позвольте мне предположить, что если вы разрежете это на куски, то получится примерно сетка из кирпичей размером 3 на 3, которые красиво соединяются, чтобы дать нам только один большой-большой кирпич, вот такой. Итак, если я хочу распечатать сетку размером 3 на 3, то теперь все становится немного интереснее, потому что до сих пор я печатал либо одну строку по горизонтали, либо один столбец по вертикали. Но на самом деле мы не видели ни одного кода, в котором я печатал бы или жил в двух разных измерениях, как это подразумевается в игре. Но но позвольте мне предложить, что мы могли бы сделать это. Позвольте мне продолжить и сказать. Хорошо, предположим, я хочу напечатать сетку из кирпичей размером 3 на 3. На самом деле я хочу напечатать три ряда кирпичей. Сетка – это три ряда. Так что если я возьму идею высокого уровня и сведу ее к чему-то немного более простому, как мне это сделать? Что же, позвольте мне на мгновение избавиться от принт, как я это сделал. И позвольте мне просто оговорить, что этот цикл for, даже если он пока не делает ничего полезного, будет делать что-то сколько раз просто по замыслу. Хорошо, три раза. Этот цикл for хорош. Он сделает что-то три раза, просто используя i для подсчета. Хорошо, хорошо, если я хочу распечатать сейчас ряд из трех кирпичей на одной линии. Это очень похоже на то, что мы делали ранее, когда я просто хотел распечатать четыре вопросительных знака в небе. Итак, мы увидели там решение. И я осмелюсь предположить, что мы можем сложить одно в другое. Так что если я захочу распечатать ряд кирпичей, я мог бы просто сделать это, потому что в i я получаю 0i меньше, чем 3i+. А затем внутри этого внутреннего цикла, если хотите, позвольте мне распечатать один кирпич вот так и потом мне не нравится, к чему это ведет. Но думаю, я взял две идеи и объединил их. Но что может быть проблематичного в строках 5 и 7 на данный момент? Что здесь может быть плохого? Да, сзади, вы использовали то же самое целое число 1. Дэвидж, Малан, да, я использую то же самое целое число i, которая, как мне кажется, может доставить мне неприятности. Если я пытаюсь сосчитать здесь три вещи, но затем я перехватываю эту переменную и использую ее внутри цикла, я чувствую, что мне следует избегать этого столкновения имен. Так какая же хорошая альтернатива мне? Ну что же, программист, если бы вложенные циклы выполнялись таким образом, довольно часто использовал бы J. Вы, конечно, могли бы изменить это на строки и столбцы, если вам нужны более описательные переменные. Но AIJ довольно каноничны. Так что я собираюсь пойти дальше и сделать это везде, j плюс вместо i. И позвольте мне попробовать скомпилировать это. Так что сделайте, Марио, уведите. Марио, окей, значит здесь пара вещей не так. Это не сетка 3 на 3. Но если вы посчитаете эти вещи, то сколько я действительно напечатал, по крайней мере. Вы, вероятно, можете просто догадаться логически. 9. Дэвидж. Малан, да, там 9 хэшей. К сожалению, все они находятся на одной строке, а не на трех разных строках. Так где же по логике вещей я могу это исправить? Я определенно печатаю все кирпичи. Они просто не на нужном уровне. Да, если вы поставите новую строку в первом цикле, то получите три отдельные строки. Дэвидж, Малан, да? Так что поставьте новую строку после первого цикла, этого внутреннего цикла, если хотите, вложенного цикла, если хотите. Так что позвольте мне пойти дальше и распечатать здесь только обратную косую черту n. И что это делает? Ну, я думаю, это решит проблему, просто переместив курсор на следующую строку после того, как вы сделали одну строку. Так что позвольте мне продолжить и сделать Марио, видите? Марио, теперь мы в деле. Так что это очень упрощенная версия той же самой графики, но сейчас я использую две разные идеи или скорее одну и ту же идею дважды. Я использую один цикл для управления курсором, перемещающимся строка за строкой, строка за строкой. Но затем внутри этого цикла я делаю слева направо, точка, 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 распечатывая каждый из этих отдельных кирпичей вот так. Здесь все еще есть небольшая неаккуратность. Если я хочу, чтобы это всегда был квадрат только потому, что так он выглядит в игре, что же, я мог бы изменить его на квадрат 4 на 4, сделав это или сетку 5 на 5 УПС, сделав это. Почему это возможно не лучший дизайн, чтобы просто продолжать менять цифры, когда я хочу изменить размер. Где это может пойти не так? Да. Если это квадрат, Эвидж. Малан, да? Если это всегда будет квадрат, а высота будет такой же, как ширина, я просто навлекаю на себя неприятности, верно? В конце концов, я облажаюсь. Я собираюсь изменить одно, но не другое. Тогда получится прямоугольник вместо правильного квадрата. Так что мне, вероятно, следует решить эту проблему немного по-другому. Так что позвольте мне сделать это. В верхней части моей основной функции здесь позвольте мне пойти дальше. И дать себе переменную, называемую, возможно, для количества кирпичей. Которые я хочу по горизонтали и вертикали. И я просто инициализирую ее изначально равным трем. И вместо того, чтобы поставить здесь 3, я буквально просто использую n. Но я сделаю это в обоих местах, так что теперь впредь, если я когда-нибудь захочу это изменить и изменить на 4 или 5 или что-нибудь еще, я все сделаю. Он лучше спроектирован, потому что там меньше вероятность ошибок. Но технически я все равно мог бы как-нибудь напортачить. Технически я мог бы случайно написать строку кода, такую как n плюс. Или я мог бы просто изменить значение этой переменной, даже если я не хочу, чтобы оно когда-либо менялось. Или, может быть, это потому, что я плохой программист, я неправильно скопировал, вставил, я работаю с кем-то, кто не знает, что представляет n. Я могу защитить себя и свой код от подобных человеческих ошибок, перейдя сюда к строке 5. И вместо того, чтобы просто объявлять простую переменную, как мы это делали в Scratch, я могу еще больше ужесточить свой код. Так сказать, объявив ее константой, используя ключевое слово const. Это всего лишь особенность языка C и некоторых других языков, чтобы защитить вас от самих себя, предварительно сказав, что n это константа. В частности число 5 или ранее число 3. Вы не можете случайно написать код в другом месте, который его изменит. Компьютер выдаст ошибку и отловит эту ошибку. Так что это просто способ программирования немного более защищенного. В некоторых языках это есть, в некоторых языках этого нет. Но в целом это хорошая практика. Это делает ваш код лучше разработанным, потому что он также менее уязвим для ошибок со стороны вас, коллег или кого-либо еще использующего код. Поэтому позвольте мне изменить это значение обратно на 3, просто чтобы оно было у нас по умолчанию. Но теперь я использую n в обоих местах. И если я действительно сделаю Марио. Марио, мы вернемся к тому, с чего начали. Но код будет немного лучше разработан. И позвольте мне это тоже отметить. Все это время я упоминал, что корректность очень важна, дизайн очень важен. Есть еще такой вопрос, как стиль. Я очень сознательно писал красивый код, если хотите, не только подсветку синтаксиса, которая происходит автоматически. Но обратите внимание, что я продолжаю делать красивые отступы. Каждый раз, когда у меня есть фигурные скобки, как в строках 4 и 4, 14, все имеет отступ на один уровень. Когда у меня есть дополнительные фигурные скобки в строках 7-13, все также имеет хороший отступ. С технической точки зрения компьютер, так сказать, не заботится о такого рода пробелах. И вы действительно можете испортить подобные вещи, потому что у вас странное чувство стиля или просто потому, что вы немного неаккуратны. Но этот код на самом деле все еще верен. Если я перекомпилирую его, позвольте мне открыть окно моего терминала сделайте Марио без ошибок. Марио он отлично работает. Но вы можете себе представить, как это раздражает сейчас, конечно, для Ти, но, конечно, для вас на следующий день, конечно, для коллеги, который должен прочитать ваш код. Это просто плохой стиль. Он все еще работает, и он хорошо продуман в том смысле, что вы пишете код в целях защиты, вы используете константу. Но, боже мой, стиль ужасный. Теперь вы часто обнаружите, что существуют инструменты, которые могут помочь вам отформатировать код в соответствии со стилем курса или компании. Но это тот вид мы мышечной памяти, который вы тоже захотите развить со временем. Примите эти предложения versus code, поскольку он выводит за вас строки кода, потому что пытается отформатировать ваш код удобным для чтения способом. И, боже мой, если и когда у вас есть ошибки в вашем коде, и у вас даже нет отступов должным образом, вы человек ни за что не сможете осознать, что происходит и где. Вы только усложняете себе проблему. Так что возьмите себе в привычку проявлять хороший стиль. Хорошо, позвольте мне предложить, чтобы нам нужна была не только сетка 3 на 3. Мы хотим, чтобы она была немного более динамичной. Итак, предположим, что мы перешли от константы к использованию простого целого числа, называемого N. И давайте спросим пользователя о размере этой сетки, предложив ему get подчеркивание int, как мы делали раньше. И я буду хранить его здесь, в n. А затем я смогу продолжить и более динамично запустить MakeMario, Марио, чтобы скомпилировать его. Упс. О, oh, я случайно облажался! Что вы предлагаете мне сделать, хотя и загадочно? Вы должны включить CS50. H. Дэвидж. Малан. Да. Я забыл включить заголовочный файл CS50 сверху. И именно поэтому он не знает, что get подчеркивание int на самом деле действителен. Так что это легко исправить. Я просто подойду сюда и включу CS50. H. Теперь я собираюсь очистить свой терминал и повторно запустить Make Марио. Теперь все в порядке. Марио. А теперь обратите внимание, что мне предлагается указать размер. Так что если я наберу 3, это будет то же самое, что и раньше. Если я наберу 10, это будет еще больше, но теперь все происходит автоматически. Но есть некоторые вещи, которые мы не обнаруживаем. Например, предположим, что я наберу cat. Ну, это обрабатывается функцией get подчеркивания int, как я утверждал ранее. Это одна из особенностей использования библиотеки. Вам не придется иметь дело с ошибочным вводом. Но мы разработали функцию get подчеркивания int только для того, чтобы получить целое число. Мы не знаем, хотите ли вы, чтобы оно было положительным, отрицательным, нулевым или какой-то их комбинацией. И немного странно разрешать пользователю вводить минус 1 для размера сетки или минус 3 для размера сетки. И действительно, ваш код ничего не делает, так что, по крайней крайней мере он не дает сбоев. Но это немного глупо, не так ли? Было бы неплохо заставить пользователя, если он хочет, чтобы сетка давала нам положительное значение. Так как же мы могли бы это сделать? Ну, я мог бы подойти сюда и сказать что-то вроде, если n меньше одного, так что, если оно равно нулю или отрицательно, чего я не хочу. Что я мог бы сделать? Ну, я мог бы сказать еще раз запросите у пользователя размер. А теперь обратите внимание, я не объявляю n снова, потому что раз оно существует, вам не нужно снова упоминать тип данных. Мы говорили об этом ранее, но это немного глупо. Почему? Потому что теперь, когда вы дали пользователю второй шанс, хорошо, теперь может быть я сделаю. Хорошо, если эта версия меньше одного что же, давайте просто пойдем и предложим пользователю в третий раз. Я имею в виду, вы же видите, к чему это глупо ведет. Это не может быть правильным решением продолжать рекурсивно набирать одно и то же снова и снова. На чем это остановится? Вам придется дать им конечное число шансов или просто испортить свой код. Так, какое же интуитивно лучшее решение здесь? Цикл while. Дэвиддж, малан, да, значит какой-то цикл. Мы видели цикл while. Мы видели цикл for, так что возможно один из них. Так что позвольте мне попробовать это. Позвольте мне удалить этот беспорядок и просто вернуться к первому. И позвольте мне сделать это. Итак, пока n меньше одного. Так что, хотя число это не то, что нам нужно, давайте просто предложим пользователю в цикле на этот раз снова указать размер. Теперь и здесь это лучше, потому что это всего два запроса информации. Но очевидно, что строки 6 и 9 практически идентичны за исключением ввода. И если я зайду и изменю размер. Если я добавлю это, если я изменю формулировку здесь, изменю ее на другой язык, мне придется изменить ее в двух местах. Это плохо. Копирование вставка плохо. Так что же может быть лучше? Оказывается, в языке C есть еще одна парадигма, которую вы можете использовать, чтобы обойти эту проблему, это дублирование кода. Было бы гораздо приятнее, если бы я просто написал код один раз. И я могу сделать это, используя третий тип цикла, называемый циклом do while. Так что, оказывается, на языке C вы можете это сделать. Если вы хотите получить значение такой переменной, как n, сначала просто создайте переменную без начального значения. Итак, точка с запятой int означает, что мы не знаем, какое у нее значение да. Но это нормально. В конце концов, мы собираемся добавить к ней значение. Тогда я скажу это, сделайте это буквально. Я собираюсь раскрыть свои фигурные скобки. И что же я хочу сделать? Я хочу присвоить n возвращаемое значение get подчеркивание int, запрашивая у пользователя размер. Хорошо, когда вы хотите это сделать. Я хочу сделать это, пока n меньше одного. И этот код теперь достигает точно такой же цели, но никогда не повторяется. Почему? Хорошо, обратите внимание на эти строки кода сейчас, я буквально говорю в строке 6, дайте мне переменную с именем n типа integer. Изначально у нее нет значения, но это нормально. Вы можете это сделать. В строке 7 сказано «Сделайте следующее». Что вы хотите сделать? Получите подчеркивание int, предложив пользователю указать размер слова, и просто сохраните это значение в n. Но поскольку код C выполняется сверху вниз, слева направо, теперь в строке 11 разумно задать этот вопрос. Хорошо, является ли текущее значение n, которое он определенно получил в строке 8, меньше 1? А если пользователь не будет сотрудничать, он наберет 0, или отрицательный 1, или отрицательный 3, что произойдет? Он вернется сюда и повторит, повторит, повторит все в цикле do while. Таким образом, цикл do while c – это не то, чего нет в некоторых других языках. В Python, если вы это знаете, нет цикла do while. Это, пожалуй, самый чистый способ добиться этого. Хотя немного странно, что вам нужно объявить свою переменную, создать ее сверху, а затем проверить ее внизу. Но в остальном это похоже на цикл while. Он просто меняет порядок, в котором вы задаете вопрос. Есть какие-нибудь вопросы по этой конструкции? Иду while в общем очень полезно, когда вы хотите получить информацию от пользователя и убедиться, что она соответствует определенным требованиям. Так что хорошо. Теперь у нас есть этот строительный блок после этой интерлюдии. Как я могу приступить к очистке этого кода, а затем давайте в заключение рассмотрим вещи, которые наш код не может делать или не может делать очень хорошо или правильно. Позвольте мне предложить, чтобы в окончательной версии Марио я просто добавил то, что сейчас называется некоторыми комментариями. Так что, оказывается, в коде на языке C вы можете определить то, что называется комментариями, которые являются просто заметками для себя. Некоторые из вас обнаружили это в Scratch. Есть маленькие желтые стикеры, которые вы можете использовать для добавления цитат или пояснений. На языке C есть несколько способов написания комментариев. И в целом, комментарии — это заметки для вас самих, для вашего TA, для вашего коллеги относительно того, что делает ваш код и почему или как. Это небольшая пояснительная записка на английском или каком бы то ни было вашем человеческом языке. Так, например, что я мог бы сделать здесь, в моей реализации этой версии Марио. Я мог бы сначала задать себе такой вопрос. Как я мог бы сначала сделать такую заметку для себя на новой строке, над этим первым блоком кода, получить размер сетки. Это просто пояснительное замечание на любом кратком английском языке, которое обычно объясняет следующие шесть или около того строк, следующий фрагмент или блок кода, если хотите. Было бы немного чрезмерно комментировать каждую отдельную строку. В какой-то момент программист должен знать, что делают отдельные строки кода. Но приятно иметь возможность взглянуть на этот комментарий в строке 6, который начинается с двух косых черт, и он становится серым из-за подсветки синтаксиса. Это не логика. Это просто заметка для себя. Обычно это дает мне небольшую шпаргалку относительно того что должны делать следующие строки кода и или почему а затем здесь внизу есть второй блок кода состоящий из нескольких строк но вместе это просто что ли печатает сетку из кирпичей и поэтому это еще один комментарий к себе который просто делает немного более понятным что делают эти 20 с лишним строк кода добавляя некоторые объяснения на английском языке но теперь когда у меня это есть Разве не было бы неплохо, если бы я мог абстрагировать эти функциональные возможности, это определение размера и эту печать сетки? Другими словами, предположим, что вы не знаете, с чего начать с этой проблемой. И проблема заключалась в том, чтобы буквально реализовать программу, которая печатает сетку из кирпичей некоторого переменного размера, 3 или 4 или 5. Или в любом другом человеческом типе. Если вы действительно понятия не имеете, с чего начать, комментарии – это на самом деле хороший способ начать. Потому что комментарии могут быть приближением того, что мы называем псевдокодом про недели. Псевдокод ⁇ это краткий английский, который позволяет донести вашу мысль, например, при поиске в телефонной книге, как в прошлый раз. Так что, если вы действительно не знаете с чего начать, вы могли бы сделать что-то вроде этого. Я мог бы, например, просто сказать ⁇ получить размер сетки в качестве первого шага ⁇ а затем напечатать сетку кирпичей в качестве второго шага. И это все для моей программы на данный момент. Теперь это реализовано в псевдокоде. У меня там есть несколько массивных заполнителей. Мне еще многое предстоит сделать. Но, по крайней мере, у меня есть высокоуровневое решение проблемы в комментариях. И теперь я могу зайти даже так далеко. Я мог бы сказать давайте предположим, что уже существует функция, которая называется getSize. Я мог бы сделать что-то вроде этого. Я мог бы сделать int равным get подчеркивание size. И теперь мне просто нужно на мгновение предположить, что существует некая абстракция, называемая get подчеркивание size. Это не так. Это не входит в комплект библиотеки CS50. Но я мог бы изобрести это, держу пари. Как еще я мог бы поступить? Хорошо, давайте просто предположим на мгновение, что существует также функция print подчеркивание grid, которая просто печатает сетку такого размера n. Так что здесь тоже абстракция. Этих кусочков головоломки не существует. Этих функций еще не существует. Но на языке C, так же как и в Scratch, я могу создавать свои собственные функции. Как мне это сделать? Хорошо, позвольте мне позже перейти к файлу. И по соглашению вы обычно хотите оставить main в верхней части вашего кода. Почему? Потому что это основная функция, и это как раз то место, куда человеческий глаз будет смотреть, чтобы увидеть, что делает какой-то файл кода. И позвольте мне сделать это. Я хочу создать собственную функцию под названием get подчеркивание size, цель которой в жизни Получить желаемый пользователем размер. Я хочу, чтобы эта функция возвращала целое число. И синтаксис для этого такой верно, похожий на переменную тип данных, который возвращает эта функция. Мне не нужно, чтобы эта функция принимала какие-либо входные данные. И поэтому я собираюсь использовать новое ключевое слово, которое мы фактически использовали до сих пор, подробнее об этом в другой раз, просто называемое void, что просто означает, что эта функция get подчеркивание size не принимает никаких входных данных. У него действительно есть выход. Он выводит int, и это просто странный порядок, в котором вы его пишете. Вы пишете формат вывода имя функции, а затем входные данные, если таковые имеются внутри круглых скобок. И теперь я могу реализовать get подчеркивание size. Но я уже реализовал get подчеркивание size. Или по крайней мере сейчас на данном этапе истории, я по крайней мере знаю конкретно что делать. И я мог бы в конце концов выяснить, возможно с помощью проб и ошибок. Хорошо, если я объявлю переменную и сделаю следующее n равно get подчеркивание int, запрашивая у пользователя размер. И я продолжаю это делать, пока n меньше одного, как только этот блок кода будет выполнен, вот новое ключевое слово в C, где вы можете вернуть это значение n. Поэтому я продолжаю ссылаться на эти значения, которые некоторые функции возвращают в качестве возвращаемых значений. В языке C буквально есть ключевое слово return, которое вернет любой функции, использующей эту функцию рассматриваемое значение. Итак, в двух словах между строками 15 и 21... Вот некоторый код, идентичный нашему предыдущему решению, который получает положительное значение n от пользователя. Это 1 или 2, или выше. Это не 0 или не меньше одного. И как только мы получим это значение, мы вернем его в качестве возвращаемого значения. Обратите внимание, как я использую эту функцию в строке 7, точно так же, как с get подчеркивания int. Точно так же, как с get подчеркивания string, я вызываю функцию в данном случае ничего в скобках. Но тогда я использую оператор присваивания, чтобы скопировать любое возвращаемое значение в мою переменную n. И теперь у меня есть функция, которая раньше не существовала, называемая get подчеркивания size, которая дает мне положительное целое число, несмотря ни на что. А теперь о сетки. Как мне это сделать? Как мне изобрести функцию print подчеркивания grid? Которая принимает один аргумент число и печатает сетку такого размера. Хорошо, давайте спустимся сюда. Я собираюсь написать название этой функции print подчеркивание grid. Этой функции просто нужно напечатать. У нее есть побочный эффект, как мы все время говорим. Поэтому я просто скажу, что она не имеет возвращаемого значения. Она просто недействительна. У нее нет вывода как такового. Это просто эстетический побочный эффект. Но она действительно нуждается в аргументации. Аргумент это входные данные, и синтаксис для этого в языке C состоит в том, чтобы назвать тип входных данных, которые он принимает, и имя переменной. И я мог бы называть это как угодно я назову это размером я мог бы назвать это n и это нормально использовать одну и ту же переменную в разных функциях но я буду называть ее размером просто чтобы быть различимым а затем в этой функции я просто скопирую из памяти тот же код что и раньше для int я получаю 0 я меньше размера вместо 3 плюс внутри этого для int j получает 0 j получает 0 j меньше размера j плюс а внутри этого распечатайте с помощью printf1 хэш распечатайте после этого цикла одну новую строку и все. Надо признать, я сделал это быстро, но это тот же самый код, который я написал ранее. Но теперь точно так же, как я сделал Scratch, Позвольте мне просто произвольно нажать Enter несколько раз, чтобы убрать код с глаз долой и с сердца вон. Теперь у меня есть абстракции. У меня есть кусочки головоломки, которые теперь существуют под названием get подчеркивание size и print подчеркивание grid, к синтаксису которых нужно немного привыкнуть. Но теперь они просто существуют. За исключением того, что мне нужно сделать одну вещь. Поскольку язык C немного наивен, если я попытаюсь сделать Make Mario прямо сейчас и нажму Enter, неявное объявление функции get подчеркивание size будет недействительным. И мы уже видели это раньше, когда я не включал файл. Когда я не включал библиотеку CS, 50, get подчеркивания int не работал. Но проблема здесь не в этом, потому что это не из библиотеки. Я только что это изобрел. C понимает вас буквально. И если вы определяете эти функции внизу вашего файла, то они не существуют в строке 7 или 10. Так что я мог бы сделать это. Я мог бы хорошо, 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 позвольте мне просто выделить все это, вырезать в свой буфер обмена и вставить сюда. Это решило бы проблему. Я мог бы просто переместить все эти функции в верхнюю часть моего файла. Это раздражает, потому что теперь main находится в нижней части файла. Чтобы найти его, потребуется больше времени. Это не чистое решение. Так что позвольте мне положить его туда, где он был внизу. И позвольте мне сделать это. Это единственный случай в CS50 и действительно в программировании на языке C, когда копирование вставка является разумным. Если вы скопируете и вставите первую строку кода из каждой функции, а затем закончите ее точкой с запятой, вы можете подразнить компилятор, дав ему достаточно намека в верхней части файла, что хорошо. Эти функции не существуют до тех пор, пока позже. Но вот намек на то, что они будут существовать. Вот как вы можете убедить компилятора доверять вам. Так что эти другие функции все еще могут быть ниже в файле, ниже main. Но теперь, когда я делаю Mario, о, черт возьми, о, я сказал print вместо print. Это моя вина. Принт. Так что если я сделаю Марио Марио, теперь я могу набрать три, и мы снова в деле. Это был очень тяжелый путь на долгом пути к гораздо более сложному решению. Но это решение в каком-то смысле лучше разработано. Почему? Потому что теперь, особенно без комментариев, я имею в виду, посмотрите, какой короткий у меня код. Моя основная функция состоит буквально из двух строк кода. Почему? Ну что же, я включил пикантный материал в его собственные функции. И теперь, особенно если я работаю с коллегами или другими людьми, вы можете представить себе разделение больших программ на более мелкие части. Когда разные люди реализуют разные части. При условии, что вы все заранее согласитесь с тем, каковы на самом деле эти входные и выходные данные. Хорошо, давайте теперь рассмотрим, что компьютеры могут делать хорошо, а что не очень хорошо. C действительно поддерживает целую кучу математических операторов, с помощью которых мы можем выполнять сложение и вычитание, умножение, деление и даже вычислять остаток при делении одного числа на другое. На самом деле, почему бы нам не использовать их в очень простой программе и не сделать наш собственный калькулятор? Так что позвольте мне перейти к Versus Code. Позвольте мне создать новый файл под названием Calculator. C. И в этот файл давайте сначала включим пару уже знакомых заголовочных файлов CS50H, а также Studio h. Давайте тогда продолжим и объявим main с помощью int main void. А затем внутри main давайте сделаем что-нибудь относительно простое. Давайте объявим int и назовем его x и установим его равным любому возвращаемому значению get int, предложив пользователю ввести значение для x. Давайте затем дадим себе вторую переменную. Назовем ее, скажем, y. Установите ее равной возвращаемому значению другого вызова get подчеркивание int, на этот раз запрашивая у пользователя это значение y. А затем давайте очень просто продолжим в самом конце и просто распечатаем, скажем, сумму x плюс y. С помощью супер простого калькулятора. Поэтому я буду использовать print в кавычки кавычки i для целого числа, обратную косую черту n, чтобы дать мне новую строку. Затем я собираюсь продолжить и сделать x плюс y, чтобы действительно распечатать сумму. Позвольте мне сейчас спуститься к окну моего терминала. Позвольте мне сделать калькулятор, чтобы скомпилировать код. Сообщений об ошибках нет, так что это хорошо. Позвольте мне сделать калькулятор. И давайте сделаем что-то вроде 2 плюс 2, что конечно же должно равняться 4. Так оно и есть. Но оказывается, что иногда возникают ограничения, с которыми мы сталкиваемся. И позвольте мне быть здесь немного более амбициозным. Позвольте мне очистить окно моего терминала. И позвольте мне продолжить и снова запустить калькулятор. И на этот раз давайте О2 миллиарда для X и давайте ведем то же самое для Y. И, конечно же, теперь ответ 2 миллиарда плюс 2 миллиарда должен, конечно же, быть 4 миллиарда. И все же это не так. Так любопытно, что мы видим здесь, помимо всего прочего, отрицательное число. Что наводит на мысль о том, что оператор плюс каким-то образом работает не совсем так хорошо, как нам хотелось бы. А теперь скажите, почему это может быть на самом деле? Ну, оказывается, что внутри вашего компьютера есть, конечно же, память или оперативная память, оперативная память с произвольным доступом. И в зависимости от размера вашего компьютера и типа компьютера, это вполне может выглядеть примерно так, маленькая печатная плата с этими черными маленькими модулями. На ней, которые на самом деле содержат все байты памяти вашего компьютера. К сожалению, у нас с вами есть только конечный объем этой памяти внутри наших компьютеров, а это значит, что независимо от того, насколько высоко мы хотим считать, в конечном счете будет ограничение на то, насколько высоко мы можем считать, потому что у нас есть только конечный объем памяти. У нас нет бесконечного количества нулей и единиц, с которыми можно играть. В конечном счете мы действительно должны быть ограничены. Так в чем же смысл этого? Ну, оказывается, компьютеры обычно используют целых 32 бита в нулях или единицах для представления чего-то вроде целого числа или в seaвин так например наименьшее число которое мы могли бы представить используя 32 целых Конечно, используя 32 бита, конечно, было бы равно нулю. 32 нуля, как здесь. И самое большое число, которое мы могли бы представить, это заменить все эти нули на единицы. Что в данном случае в идеале даст нам число, равное примерно 4 миллиардам в общей сложности. На самом деле это максимум 4 миллиарда 294 миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч 295, если вы установите все 32 этих бита равными единицам, а затем произведете фактическую математику. Однако загвоздка в том, что мы, люди и компьютеры в целом, тоже иногда хотим и должны уметь представлять отрицательные числа. Итак, если вы хотите представить отрицательные числа, а также положительные числа в ноль, вы не можете просто начать считать с нуля и довести примерно до 4 миллиардов. Вы должны разделить разницу и, возможно, распределить половину этих шаблонов нулей и единиц на два отрицательных числа, а другую половину примерно на положительные числа. Таким образом, на практике, когда вы используете даже 32 бита, максимальное количество, которое может подсчитать большинство компьютеров. Конечно, в такой программе, как это, на C, использующий int, будет примерно 2 миллиарда. Это 2 миллиарда 147 миллионов. 483 647 долларов. Но оборотная сторона этого заключается в том, что теперь мы также могли бы, используя различные шаблоны битов, представлять отрицательные числа размером до минус 2 миллиардов плюс-минус. Но тогда, конечно, подразумевается, что если у нас есть только конечное число битов, и мы можем считать только так высоко, то в какой-то момент у нас, так сказать, закончатся биты. Другими словами, мы сталкиваемся с так называемым переполнением целых чисел, когда вы хотите использовать больше битов, чем у вас есть в наличии. И в результате вы переполняете доступное пространство что это значит на самом деле в реальном выражении хорошо давайте предположим что у вас есть только три бита но я собираюсь выделить серым цветом четвертый бит просто чтобы передать куда мы хотели бы в конечном счете поместить дополнительный бит если это конечно 0 обсуждений в неделю 0 то это 1 2 3 4 5 6 7 теперь в идеале в двоичном формате если вы хотите добавить еще один к этому значению 7 вам придется математически перенести один, и в идеале это даст и 1000. Но если у вас нет 4 бит, а ваш компьютер достаточно сложен, чтобы иметь только 3 бита, даже не 32, а 3. Подразумевается, что вы фактически представляете не 1000, а скорее ноль-ноль. Там просто нет места для хранения того четвертого бита, который я выделил здесь серым цветом а это значит, что ваше целое число может переполниться. И как только вы дойдете до 7, следующее число, когда вы добавите 1, на самом деле будет 0 или хуже, как мы видели здесь в моем коде, вместо этого отрицательное значение. Так что же мы могли бы сделать, чтобы возможно решить проблему такого рода? Ну в языке C есть не только целые числа или целые числа. В нем также есть длинные числа, которые как следует из названия, являются просто более длинными целыми числами, а это значит, что им доступно больше битов. Так что позвольте мне вернуться к моему коду здесь. Я очищу окно терминала. И позвольте мне продолжить и изменить мои целые числа буквально на длинные здесь, длинные здесь. Мне придется изменить свою функцию в библиотеке CS50, чтобы она была не get подчеркивание int, а get подчеркивание long. И это действительно еще одна функция, которую мы предоставляем в библиотеке. Позвольте мне также изменить это get подчеркивание int на get подчеркивание long. Я оставлю имена своих переменных прежними, но мне нужно внести еще одно изменение. Оказывается, что print также поддерживает коды других форматов, так что не только процентов i для целых чисел или s для строк, но также, например, ли для длинного целого числа, а также f для значений с плавающей запятой с десятичными дробями. С учетом сказанного давайте продолжим и изменим мою строку print не на i, а на ли. Теперь позвольте мне продолжить и снова сделать калькулятор, Видите, теперь никаких видимых ошибок. Калькулятор. И 2 плюс 2 по-прежнему равно 4, как и раньше. Но теперь, если я снова воспользуюсь калькулятором, и давайте снова сделаем 2 миллиарда, а также 2 миллиарда для Y, ранее мы превысили размер целого числа. И получили какое-то странное отрицательное число. Потому что шаблон был неверно истолкован, если хотите, как отрицательное число. Но длинный, вместо того, чтобы использовать 32 бита, обычно используют 64 бита, а это значит, что у нас более чем достаточно запасных бит. Когда мы добавим 2 миллиарда плюс 2 миллиарда. А теперь, по сути, мы получаем правильный ответ в 4 миллиарда, что действительно укладывается в размер лонга. Так вот, длинный может рассчитывать довольно высоко. И на самом деле, он может рассчитывать так высоко, как этот 9 квинтиллионов. И это даст нам совсем немного больше взлетно-посадочной полосы. Но, конечно, она тоже в конечном счете будет конечной. Так что, если у вас есть числа, которые должны быть больше этого, у вас все равно вполне может возникнуть проблема. Есть еще одна проблема, с которой мы тоже можем столкнуться. И мы можем увидеть ее в контексте даже этого простого калькулятора. Компьютеры также потенциально страдают от так называемого усечения, когда, особенно когда вы занимаетесь математикой, связанной со значениями с плавающей запятой. То есть числами с десятичной дробью, вы можете случайно неосознанно усечь значение, то есть потерять все после десятичной точки. Так что по сути позвольте мне вернуться к версус коду здесь. Я очищу окно своего терминала. И давайте по-прежнему будем использовать длинные строки, но давайте продолжим и будем использовать здесь деление вместо сложения. Поэтому позвольте мне заменить этот плюс оператором деления. Позвольте мне продолжить и перекомпилировать код здесь с помощью Make Calculator. Позвольте мне продолжить и запустить калькулятор и позвольте мне продолжить и сделать что-то вроде 1 для x и 3 для y. И мы это увидим. Ну подождите минутку. 1 разделенный на 3, как я узнал, должен составлять 1 дробь 3. Но в значении с плавающей запятой это должно быть 0,33333 тысячных может быть с небольшой линией над ним в начальной школе. Но на самом деле бесконечное количество троек. И все же мы, похоже, потеряли даже одну из этих троек после запятой, потому что ответ возвращается здесь как ноль. Так почему же это может быть? Хорошо, если я знаю, что два целых числа определения одно на другое должны дать мне дробь значение с плавающей запятой с десятичной точкой. Я не могу продолжать использовать целые числа или даже в данном случае длинные, которые не поддерживают десятичные точки. Итак, позвольте мне пойти дальше и изменить этот код формата здесь с линопроцент F который опять же будет представлять значение с плавающей запятой вместо длинного целого числа или даже целого числа. И позвольте мне пойти дальше и определить, может быть, третью переменную z как саму плавающую точку. Поэтому я дам себе переменную z равную x деленному на y. А теперь вместо того, чтобы выводить x деленное на y, давайте просто продолжим и выведем z. Теперь я работаю в мире значений с плавающей запятой, потому что я заранее знаю, что значение long или int, деленное на другое такое значение, если оно должно быть дробным. Должно храниться в значении с плавающей запятой, что-то с десятичной точкой. Хорошо, позвольте мне спуститься в окно моего терминала здесь и повторно запустить Make-Off Calculator, кажется, работает нормально. Калькулятор, давайте снова разделим 1 на 3. И все еще здесь мы видим все нули. Так что мы, по крайней мере, видим десятичную точку, так что мы добились некоторого прогресса благодаря F и плавающей точке. Но, похоже, мы уже усекли значение 1, разделенное на 3. Так как же нам на самом деле обойти эту проблему? Хорошо, если вы про знаете, что имеете дело с миром, который будет выдавать вам значение с плавающей запятой с десятичными точками. Вам вполне может понадобиться использовать то, что называется функцией известной. Как приведение типов-то есть преобразование одного типа данных в другой, явно сообщив компилятору, что вы хотите это сделать. Теперь как мне это сделать? Хорошо, давайте вернемся к моему коду здесь. И если проблема в том, что C по-прежнему рассматривает X и Y как целые числа, или технически длинные числа без десятичной точки, и делит одно на другое. Поэтому, так сказать, нет места для любых чисел после десятичной точки. Почему бы мне не сделать это заранее? Позвольте мне, используя немного новый синтаксис со скобками, указать, что я хочу предварительно преобразовать x из long float. Позвольте мне предварительно указать, что я также хочу преобразовать y из long float. А теперь позвольте мне продолжить и поверить, что он должен быть результатом деления не длинного на длинный или int на int, а скорее поплавка на поплавок. Позвольте мне очистить окно терминала, снова запустить make calculator, кажется, работает нормально. Калькулятор. А теперь 1.3 и надеюсь теперь мы действительно видим, что мой код вывел 0,3 миллиона 333 тысячи 333 и я думаю, что если бы мы продолжали показывать больше чисел после запятой, то теоретически увидели бы столько этих троек, сколько захотим. Но есть еще одна загвоздка. И особенно, когда мы манипулируем числами таким образом в компьютере, использующем конечный объем памяти, еще одна проблема, с которой мы можем столкнуться. Помимо переполнения целых чисел, помимо усечения, это так называемая неточность с плавающей запятой. Точно так же, как мы не можем представить целое число такого размера, какое хотим, используя только int или long, потому что будет верхняя граница. Точно так же будет и граница того, насколько точными могут быть наши числа. И действительно, давайте вернемся к versus code здесь. Я еще раз очищу окно своего терминала. И на этот раз позвольте мне использовать несколько маловероятный синтаксис. Чтобы указать, что я не хочу видеть количество чисел по умолчанию после десятичной точки, которая вдает нам автоматически. Давайте продолжим и покажем мне 20 чисел с десятичной запятой после запятой и странный синтаксис для этого использовать не f а 20 чтобы указать что я хочу видеть 20 цифр а не значение по умолчанию после десятичной точки. Позвольте мне повторно запустить калькулятор. Позвольте мне снова сделать калькулятор. И давайте сделаем один, давайте сделаем три. А теперь это еще более странно, не так ли? Из начальной школы вы, по-видимому, узнали, что один деленное на три составляет, конечно, 1 третья. Но это должно быть 0,333333-тысячных 33 бесконечно много раз. Или на бумаге с маленькой линией над ним. Но компьютер делает здесь какое-то странное приближение. Это целая куча третьих, а затем 4 миллиарда триста двадцать шесть миллиардов 744 миллиона семьдесят девять 590. Ну что на самом деле происходит под капотом? Опять же, так это проблема неточности с плавающей запятой. Если у вас есть только конечное число бит, и в свою очередь конечный объем памяти, компьютер действительно может быть таким точным только интуитивно. Что эквивалентно, компьютер выбирает какой-то способ представления значений с плавающей запятой. Но загвоздка в том, что по математике начальной школы существует бесконечное количество чисел и бесконечное количество значений с плавающей запятой. Потому что вы можете продолжать добавлять все больше и больше цифр, если хотите. Таким образом, компьютер, учитывая то, как он реализует эти значения с плавающей запятой, по сути дает нам максимально возможное приближение. Теперь, как мы можем улучшить ситуацию? Что же есть одна альтернатива? Вместо использования float я могу использовать нечто называемое double, которое как следует из названия, использует в два раза больше битов, чем float. Поэтому вместо 32 обычно будет использоваться 64. И это точно так же, как разница между long и int, которая дала нам больше бит. Но в данном случае это будет использовано для большей точности. Давайте продолжим и приведем x к двойному значению. Давайте приведем y к двойному значению. А теперь давайте продолжим, используя тот же код формата, 20f по-прежнему подходит для двойных чисел. Позвольте мне сделать калькулятор. Позвольте мне сделать калькулятор. А теперь позвольте мне разделить 1 на 3. И у нас все еще есть некоторые неточности. И их будет еще больше, если мы рассмотрим больше, чем просто 20 цифр. Но теперь у нас больше троек после запятой. Так что это по крайней мере больше и больше и точнее, но это не идеально. Но это по крайней мере более точно. Таким образом, такого рода проблемы необходимо будет иметь в виду каждый раз, когда вы делаете что-то численно, научно, по крайней мере, с языком C. Где вы столкнетесь с этими реальными ограничениями аппаратного обеспечения и, в свою очередь, языка. Сейчас, позже в этом семестре, мы перейдем на язык, который называется Python. И это на самом деле решит для нас, по крайней мере, одну из этих проблем. Просто автоматически предоставив нам, так сказать, больше битов по мере необходимости, по крайней мере, для целых чисел. Но даже проблема неточности с плавающей запятой останется. Теперь скажите, насколько реальны эти проблемы. Что же, в 1999 году мы почувствовали это на себе, когда за годы предшествовавшие этой дате, мир осознал, что возможно было не лучшей идеей внедрять компьютеры и программное обеспечение в них, храня передачи с использованием всего двух цифр. Например, вместо того, чтобы хранить 1999 год для представления 1999 года, многие компьютеры по соображениям экономии места и стоимости имели привычку срезать угол и просто использовать две цифры для отслеживания года. Проблема в том, что если системы не были обновлены к 1999 1999 году для поддержки 2000, 2001 и так далее. То, как и раньше при переполнении целых чисел, некоторые компьютеры могут добавить один году в своей памяти 99. -му. Это должен быть 2000 год, но если они используют только две цифры для обозначения лет, они могут ошибочно принять год, как это вполне возможно в некоторых системах. За 1900 год сделав буквально большой шаг назад, если хотите. Теперь вам хотелось бы думать, что такого рода проблемы остались позади, тем более, что мы все больше понимаем ограничения кода и вычислений. Но на самом деле мы снова столкнемся с проблемами того же типа всего через несколько лет. 19 января 2038 года у нас прямо сейчас в большинстве компьютеров закончатся биты для отслеживания времени. Оказывается, много лет назад люди решили использовать 32 битное целое число, чтобы отслеживать, сколько секунд прошло с течением времени. Они выбрали несколько произвольную дату в прошлом, 1 января 1970 года и просто начали отсчитывать секунды с этого момента. И поэтому, если компьютер хранит некоторое количество секунд, это говорит компьютеру, сколько секунд прошло с этой конкретной даты 1 января 1970 года. К сожалению, используя 32 битное целое число, как мы видели, вы можете считать только так высоко, и в этот момент вы переполняете размеры этой переменной. И поэтому потенциально, если мы не продвинемся вперед как люди, как общество, как ученые-компьютерщики, в дату 19 января 2038 года. Этот бит может перевернуться, тем самым превысив размер этих целых чисел, возвращая нас в вычислительном отношении к 13 декабря 1901 года. То есть, сейчас я хочу сказать, что со всеми этими вычислительными возможностями и кодом на вас ложится ответственность за то, чтобы на самом деле написать правильный код. На следующей неделе мы отклеим некоторые из этих слоев. Но пока это была неделя 1, и желаю удачи в решении задачи 1.